Чи які? 11 штук, ці, типу, фрагментів? Так. Да. Для улучшення. Да. А, ну, нашов, нашов. Я okay. думав, що про другі просто там у ті. Так, стоїло оставити, так, а просто... може діти застрялі в пустині. Давай вже. Ми виймемо отсюда. Я не знаю, ми не можемо виїхати. Ну, давай назад, рулити. Давай назад. Давай я буду рулити. Давай я хорошо їду. Давай. Короче, давай по пустині їдемо і в розвалюхі злутаємося у них осколки. Ну ви поняли, да, що делать? Ну опять надо ещё, блин, 10 цих осколков. Да, да, блин, ну, мне ну, надо сколько миллион оружия и доспехи. Короче, ну, надо там эти обезьяны сейчас, чтоб осколки эти залутать. Ну и там можно по обезьянам, можно и этим. Просто по развалюхам поездить, там можно пособирать вообще нормально. Говорите, кто там вперед смотрит? Вы видишь, там такие осколки находятся, по ним идите, просто по очереди. Налево. Ты уже пропустил, вот, флажки такие, пиратские. Вижу. Вот, видишь один? Сейчас были не у вас, останавливайся. Я понял, кто-то я понял. Один берет, ну давай, кто там, давай, я. Надо убрать у хренотень. Так, меня не забудь. А ты цепляйся потом. Так, два осколка уже есть. Поехали дальше. У нас тут замагромождение. Не могу поставить баллисту. Могу где-то тут только поставить. А можешь можно переставлять станки? Да, можно. Вот эти, вы видишь, вот этот ящик большой, его только с баллисты можно открыть. Да, в натуре. Да. У меня еще три осколка, все нормально. Сейчас мы берем. Блин, промазал. Нам надо разгрузить там спереди, блин, эту хрень. Так давайте его ближе вот сюда поставим. О, так нормально. Не, вот этот станок надо и это где-то по центру. А, ну да, баллисту надо спереди поставить по-любому. Да, да, да. Давайте станок. Давайте меняйте баллисту и станок местами как раз. Будет нормально. Станок будет защищать родителя. О, сажать сумел. Короче, надо потрогать, а не стрелять. А, блин. Давайте я дальше поеду. Давай. Так, кто-то сейчас выходит. Баллисту как переставить? Давайте баллисту переставим. И а это. Куда? Ушел. Собирать куда? Я не могу. Потеряю. Видишь там еще такой? Бачу, здорово. Давай на корабль. Сундук ты не сможешь. Так я всех для баллист. Стой! Ети! Да не ети, стой! А че мы тот сундук не открыли? Что это такая? Цена я. Я поставил, я не могу, просто места не хватает. У вас три осколка выпало. А как выстрелить? Один переставить. Один у тебя? И котел забери тоже, чувак. Котел, блин. Да, котел, да, тоже куда-то. Котел просто стоит. Во, и назад. Ичи, давай котел тоже сейчас погрузим. Так не едьте никуда, блин. А не едьте никуда, не переживай. Я просто сяду. Ну и тогда поставь на самом-самом носу баллисту, чтобы больше места было. У нас сейчас груза 945 из 1300. А как ее переставить? А через погрузку базы, блин. Ага. У нас 4 возрождения из 6. Бо кактусів немає, поки що основно є. Там води немає, там не є вода. Отойдите, пожалуйста, Петя, отойди. Отошел. Не помещается это станок гребаный. Маленький кораблик, блин, это ну, блин, надо, сейчас скажу, сколько осколков нам достаточно. Поставил. Вот типа их тут надо по очереди изучать, понял? Погнали. А, ходун стивер, он уже побольше будет. Прям вообще побольше, прям побольше. Ну, вот ну, его надо... У него надо 30 осколков. 30. У нас сейчас 6, да? Ну норм, погнали. Там вот, поставим. О, подождите, давайте сундуки же вот эти поразбиваем. Там а у нас есть заряд? Надо 10. Okay. Сколько вы набрали уже? В этом хранилище лежат 5. Хранилище. Ага. А у нас 2 штуки. Я да, 2 штуки. 2. Положи в этот хранилище, чтобы Жека видел тень.
Тут. Четыре. Два. А один чем? Еще. Дайте один еще. Еще один? А еще один? Нету? О. Артём, Антон, поехали Антон. По пути. Антон, блин, поехали. Я попки выучил. Все видишь, то есть сундук только баллистой можно. Баллисту ну, стрела заряжается, а не сбоку заряжается, а потом только стреляешь. Ты можно. Да, так, ну мы надо сделаем баллисту, зарядим. Мы еще вернемся сейчас к этим сундукам. Да, мы вернемся. Мы по кругу будем просто туда-сюда и будем осколки ставить. А потом тут стали такие еще да. Корабли, блин, там надо потом, ну так на других больших кораблях. Ну это можно, кстати, на вот этом, потом что я изучил, на нем можем выставить. Там место прям гораздо, он два раза, был в три раза больше, чем это все корабль. По-моему. Да. Так, кто-то летит наверх. Ладно, давайте я наверх. А, еще наверху висит. Да, там это. Так, у меня камень один. Камень один. Вау, как круто. Один камень всего лишь. Как много всего. Возьму жуков-то отдать. Жуков? Кофту, кофту. Весь броню. Ну, да кто у нас хорошо бьется, тому она вообще. Я вот сундук повезу с яков, то бегаешь, как бомжар. Так, дайте один фрагмент. Где? Выпал че не выпал? Да, выпал, да, я скидаю. 4 штуки. Скинул. Так, а я пока что до следующего. Так, не спеши, сейчас, блин, же закрафчу и точнее изучу. А я не спешу, ладно, назад поеду где-то в эти снимки валяют. Видишь, они по этим под землю уходят. По этим спавнится тоже. На других только уже не так, они типа в разброс. А я видел там какие-то огромные кракены, крабы в песку есть, а черви, или тут нету в этих локациях? В этих локациях нету, там следующих. Так, где тут были вот эти? А, они уже пропали же, вот я где. Так, мне теперь надо стрела, чтобы стрелу сделать, надо деревянные опоры и камни. А мы можем изучить вот эту штуку, чтобы деревянный опор делать? Кто там может? А где она? А где? Не помню, где она делается. Хотя я где-то посмотрю. По-моему, в изготовлении внизу, да, в изготовлении внизу, надо 10 этих. Опять 10. 5-10. Ну ладно, сейчас опять 10. Ладно, изучайте кто-то. Три штуки тут кинул. Кто будет изучать, пацаны? Я стрелы изучу. Давай, Максим, хорошо. Нам на деревянные опоры нужны и камень, чтобы сделать эти стрелы, а потом... Прыгайте, пацаны. Скрыть нужна будет, его зарубка нужна будет. А лазарубка у нас сейчас, мы чисто нафармили их вообще куча. Сейчас скажу, сколько у нас их. 20 штук всего лишь? Че так мало? Ну ладно. 20 штук это нормально, в принципе. Ще комусь можно дать есть. Ну, кстати, у нас 5 фрагментов, надо еще 5. Там она 6 есть, если 5 есть, то я можем уже изучать. А, ты уже изучишь, можешь, давай изучай. Потом, блин, поставить надо на корабль. Можешь, Жек, верстак внутрь положить, чтобы это место сыграло? У себя деревянную опору здесь нашел. Там сундука что-то было. Вещи еще нашел. Да, там те. Да, да, очки. А в этом? А что, у нас вообще нет в этих опор? Да? Прям вообще нет. Две штуки есть только и все. А на стыке? Мало тика 7 чилось, ну. Камень сейчас, камень. Ну я одну только один гарпун смогу сделать, блядь. Смысл, блядь, вообще. Ну, один делай. Мы сэкономим, может там выпасть 5 очков. А чё ничего не выпало, подожди. Я разбил мешок. ПДТ зажатяв, я его забрал. Мешок знает, забираем.
Чё, Жак, ты сделаешь один? Сейчас один сделаю, да. Давай. Давай я этот отдалюсь, чё? Давай. А, всё, я вас понял. Всё, изучаю. Поехали. Выпрыгни кто-то сразу, залутаете. Я хочу. Дайте мне. Круто. И шо? Сейчас оно открыться. Не разбавишься, надожжешься якось. Дергайте. Походу по новой надо. Чувствуешь, не работает? А, він коцается. Еще раз, парней не сломается. Да. Так назад, назад давай. Да-да. Блин, просто ходун. Разворот. Слабенький цей ходун у нас. Там да потом будет. Едь прямо. Там просто сейчас надо через типа, чтобы он зацеплялся. Не понял, ну давай-то. Или видишь. 22 фрагмента! О! Ого! Давайте! 22! Теперь надо, блин, эти. Палки тебе делать, блин. Давайте делать палки. Я изучаю станок, сейчас я подстрою. Так. Можете кто-то внутрь положить ткацкий станок и это? Так, дивіться, надо 28 волокон, 2 лозарупу и 20 дерева. Дерево у меня есть. Волокон есть. Волокна есть. Что, волокна? Волокна есть. Это вроде есть. Ило, немає цього. Сейчас скажу, чего немає. Да, пока что мы две великих. Лазарупа 2 штуки. Есть, надо, есть, чтобы... 16 штук вот в одном в правом сундуке. Ходу, ага, понял, все, есть, роблю. Так, мы дай. Могли скоростной сделать, но скоростной надо брать. Все, я поставил. Вот. Поставил? Все, да, делай. Все, инстатить. Делайте, а пока что... Следующий. Так, а как оно делается? А дерево сгорает? Ложишь туда. А может тот сделал, кто изучил? А, я понял. Типа, она... Закинула, жена не до... А он должен нажать, чтобы он делал. Понял? Как мы делаем этот? Вот, например. Знаешь, его тоже ничего не робиться с дерева. Не знаю. Сейчас. А надо еще изучить деревянную опору, там одно все-таки надо. Изучил деревянную опору? Одно эту, осколок надо. Изучи деревянную опору, да, и... Чисто команда. Всех положим. Всех разложим. Блин, жалко, shift не работает. Я бы лучше shift-овал. Да приехал. Блин. Это я понял, как можно убиться. Надо, кстати, вот эти штуки вперед поставить. Ну, стрел нету. Надо волокна, короче, и дерева. У нас есть волокна и дерева? Да. В сундуках. Да. Делай. А я пока что к следующему. Все. 27 у нас будет сейчас цих палок. А что, Жак, тогда нам с палки и шкуру лупать, ой, рубать, да? Камень, опоры и что? Камень у нас много. Лазарупу искрыть. Да. Писец какой-то, так много всего. А скидки на одну стрелу надо вот это скрыть, по-моему, две, да? Две скрыть и 5 лазаруп. А у нас лазарупы много? А, о. Он F нажимаешь, и он поднимается. А чё? Почему его, что ли? Жек, уже опоры, уже 10 опор есть. Я все ещё трохи дерева нашёл, там ці штуки. А я пока встану. Шо-шок это. Его пристрелить. Вот так. Дерево куча. Блин.
А его можно просто волочить по земле за собой, пока он не откроется? Или надо именно так тягать? А он будет надо, он хп получал. Его бить надо. А, кстати, Жек, не так взял. Два гарпуна есть. Только пойдите тогда как надо. Погнали, парни. Все, сейчас собираем на этот, на стилер. Ходун побольше будет, вообще в два раза. О, тут даже с горки. А с горки, как мы. Да, оп, нормально. Вот, процентов на 30 хп. Давай, давай назад сдавай резко. А, назад? Остановился. А назад он такое. От нас разгона было. А с горки нет разгона, я шлюп нажимаю. Ну вот, давай, давай. Коцнул. Коцается? Тоха. Да. Еще чуть-чуть там. Да, раз, да, разок. Разок? 20 фрагментов. Во, а сколько у нас еще есть? Еще там 27 осет. 20 это все, да? 47 уже у нас. 45. Ну туда их ложить, чуешь? Стоп. А, в ящик. Ничего, ложить не в ящик, а. Там как крабы уже. 40 штук сейчас, скажем. 45. А, ну сейчас мы сейчас собираем, можем делать второй уже корабль. Давайте соберем нормально, и я тогда, ну, когда ты кораблем займешься, я броней уже постигну, пойдем где-то, короче. И вот как раз пока вода не закончится. У меня еще 17 воды в запасе. Ну еще не знаю, если там ящик, пусть рубаху один себе в правом. Кстати, за сундук впереди, по-моему. Да. Да. А, этот уже другой сундук, это надо огненные стрелы. По-моему. Да, это какой-то модняк. А, тут еще сверху маленький есть. Огонь. Огонь надо. Лишь огонь, да. Ну чё, давайте, я там вижу, и так, надо... Дивиться, что на наби, дивиться, что это на наби. Это дождь настаёт. Пацаны, делайте факел, у кого есть факел? Делаю факел, делай. Брайтесь на корабль быстрее, вы не сможете забраться. Мне надо дерево для факел. Я нифига не вижу, подожди, факел. Мне надо волокна. Где волокна? Дерево надо. А дерево есть? Только сойти. Да, ты сидишь. Нормально. Я говорю, так, ну... Где? Ага, я, кажется, понял, где я. О! О. Села. Пришла горячо. Фух. Ну все, волокна есть 83-х на стандарт. Давайте, пацаны, что я вам предлагаю? Сейчас... Тут надо лутать, че лутали? Надо лутать, мы лутали. Сейчас, короче, собираемся, используем еще один гарпун. Потом бежим туда сам, где мы строили этот ходун. Я строю, начинаю второй ходун. Нам надо вода. О, все, дождь. А вот там, в ходуне вообще кофига и куча. Кто вам наверх лезет? В ходуне не надо брать. В ходуне это Эсса. Пока факел наверх сделал, уже светает. Что за вода надо в натуре. Давай хоть кактусы порубаем. Нафиг я его делал. Да, давай, короче, будет. Да ё-моё, никто не хочет наверх. Ну ладно, я сам. Куда? Наверх! Блин, я зацепил за этот. Воды, блин, у меня воды нет вообще, блин. Эй, человек-паук, пла-пу-пум, пум-пум-пум-пум, пу-пу-пу-пум. Ой, ё. Нормально я ой, ё, сейчас сдохну так. Вообще дышу так. Пацаны, у кого есть пинты? Есть кода пинты? Да, да, ящики 16, там 14 сундуку, с собой. Сундуку есть. Надо открыть хранилище. О, 52 фрагмента, мы это почти красавчик. Ну, еще одна стрела есть. Ну, сейчас, мы находим еще эту штуку.
понял. Так вы их находила рандомно? 8 горного воска, нифига себе! Что? 8 горного воска уже есть у нас. А, да, конечно, мало, очень мало. Ой, что это такое? Он рандомно. Блин, он вообще, блин, это редко выпадает. Это мне выпало, чувак, даже в курсе. Антон знает, мы не часто так, знаешь, выпадает, типа. Он, короче, нужен, чтобы создать быстрый ходун. Да и не только. Не только, вообще. Ускорения нема, я не пойму, что это за сеть. А, там надо, понял, надо батарейки, по-моему, электричество. Он только на маленьких ходунах работает, ускорение наше. А к этим, сейчас открыть хранилище, тут надо, видишь, тут энергия. Ее можно разблокировать, и она будет, короче, собираться, энергия из движения ходуна. Вот. Мы будем двигаться, и она будет собираться. Потом там большие руины впереди. Да, мы ж туда едем. Вот, смотри, еще маленькие. Ну, короче, там много всего. Я говорю, короче, когда строим ходун уже второй, можно базу построить маленькую, прям вообще маленькую, и туда смыки закрепать. Мы Жеку. Жек, давай. Помни, кто у нас будет изучать строительство базы? Не знаю. Ну, я по чуть-чуть изучал. Давай. Я только, там. Я этим много занимал. Давай доспехи и базу. Доспехи давай там, типа, помню, стены, сам она построит просто коробку 8 на 8 хотя бы. Вообще, по-хорошему, базой надо заниматься тебе, бо ты ее будешь грузить, снимать и грузить в корабль, если честно. А что, не можешь грузить в корабль? Ну, можно, но, допустим, короче, ты же отлогинишься с кораблем, правильно? Или кто угодно. Да-а-а, на корабле. Кто угодно. Кто угодно же, да? Без разницы. Там без разницы, там кто угодно может взять этот корабль, по-моему. А чё вы это, там не собираете, тут не собираете? Так я вот бегаю. Тут смотри, на этой локе, вот смотри, куда я лезу. Я понял, там, понял. Сундучок, ну и сумка лежит. А тут вторая такая же есть, правильно? Бэт, ты летаешь, Умана, что ты творишь? Ну, Бэтмен, Человек-паук. И что там в сумке было? Ну, фрагменты, 2 фрагмента, 9 волокна. Блин, жестко. Да. Ребята, ты, слушай, ты такую штуку заметил? У нас корабль называется лодочный ходун. Как мы его назовем? Жак, как мы назовем? Ну, как назвали клан, так? Акерон? Не знаю. Не. Сейчас. Жемчужина, ёб. Ну, это не сын, это... Не, ну это... Где тут это грёбаные... Заставили, не могу, блин. Вот, а может это, Жак, это... У там, где управляется... Тоже есть сумочка. Давайте, кто туда, а я наверх. Давай. Ай, Бэтмен. Оп. Оп. Мне тут надо что-то разбивать, или тут две точки? Там надо две точки. Разбиваем. Угу, понял. Вот он. Во, переименовал. И как? Бэд... А вот я не вижу, потому что, блин, тут... Ходун с яйцами, во! Ну нормально. Ходун с яйцами, все окей. Так, нам надо найти. О! А, блин, там огни. Ладно, давай все равно туда съездим. Заберем маленький сундук. А вылки оставим. Бо мы его не сможем. Кто наверх? Ну все. Давай, надо закрыть. Там-то глина потом нужна, блин. Да. Потом буры там пойдут, потом другие локации. Блин, вот это он долго тормозит уже. А потом качественные ходуны пойдут.
кассе весе. Ну, нам четвером уже будет, так сказать, попроще, чем одному. Я-то пытался сам сделать, но это, блин, я так сразу запарился. Он кто-то с кем-то поставил. Первый раз нас не зарейдят. Да-да, нет. Да, мы сбежим. Ой. До хрена тех кошаков. Раньше был глюк, на него можно было на спину спрыгнуть и забить, блин. Не справили? Ну, раньше, когда я первый раз играл сам. Давай проверим. Да, блин, вот, смотри, два с нами бежут. Прыгай. Серьезно, ну они почти не догонят, мы быстрее уже стали всем. Раньше. Так, где-то тут эти ужасные. Хорошо, кто-то еще не видел. Ну тут пока что игроки, они тут вежливые, так сказать. Ну они у нас тут не все типа игроки ходят. Ну я вообще не вижу причин быть вежливым. Ну, мы ж пираты. Ну если все, что плохо стоит, надо типа поднимать. Там кочка не надо. Ну смотри, тут просто игра сама типа приключения, типа изучаешь другие локации, всего. А вы можешь настроиться кланами чисто. Ой, трудно пошло. Что, если вы увидите... О, кактусы. Давайте кактусы. Да, давайте нарубаем, парни, надо водочка. Рубай. Не надо! У него тормозной путь, знаете какой? Там 30 метров идет. Так я деревья тут покупаю. Да, и деревья. А я пока что смотрюсь. Пока что ничего не вижу. А, не вижу. Все на нем. Порубал один деревья, у меня места нет. Серьезно? У меня вообще места много. Опа. Давай, я прокидываю ходуна, я прокидываю. Встал, погнали за руль, бегом за руль. Давай, Жека, вату, локацию. Жека, жми. Локацию беги маленький. А он отстал, да? Нет, не отстал, он ломает там корабль. Да, и там песком все. Поправее. Надо парк сделать, чтобы отстреливаться от такой всякой муси. Но мы пока что не можем. Да, кстати. Да, копьё, я конечно, питаю. Нет, там есть какие-то скорострельные, такие как раз против юнитов, а не против сундуковых кораблей. Да, есть. Да. Я б такую гарпун поставил спереди, а такую штуку бы сзади где-то на корме. А у нас сейчас будет другой этот. Ну понятно. Жак, там обрыв. Да далеко там еще до обрыва. Ну как далеко, тут тормозной путь, знаешь, такой долгий. Так, уже вроде нас не преследуют. Тут очень долгий этот тормозной путь, тут надо заранее тормозить. Так, я понял. А чё, короче, сейчас идём строить ходун, а кто-то будет делать оружие, да? Так, а у нас достаточно фрагмента уже для всего? У нас 52, там, у меня 30 фрагментов, чтобы изучить ходун, и всё. 52, ну, мало ещё... пока да, что. Давайте ещё соберём фрагментов. Ну, давай. Я прошу, давай. Давайте ещё соберём, ну, хотя бы, чтобы мы могли, чтобы, ну, какое-то время этим больше не занимались. Да мы этим постоянно будем. Не, ну понятно, но чтобы типа... Да, где-то каждому надо по 30, потому что плюс-минус столько же надо на броню и оружие. Ну и там по-любому еще, короче, нам надо... Чтоб на какое-то время хватило.
Да и прикольно на корабле путешествовать. Ходун с яйцами, он, кстати, самый маленький. Ну, не самый маленький. Что мы будем делать, он побольше вообще. И он, смотри, где паруса видно. Где этот круг, вокруг которого мы шарились? Мы можем пойти в какую-то другую локацию, если мало тут ресурсов. Нет. Никто не слышит, что как пою? Я вас слышу. Да. Я, о, сейчас слышу. Да, а, у тебя женский голос, точно, ты же женщина. Ой, ой, ой. Что происходит? А чукали уже? В смысле? А что тут рядом? Да мы просто выехали. Давай назад центр карты, ну, выехал, там, где эти руины. Сторону там, где мы... Сейчас, пацаны. В тумане побудем. Я думаю, уже ночь настала. Давай же, поспевай нам эту пиратскую песню. G. H и сразу G, там где О русская. Меняешь тональность. И на нам локи 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну еще кактусы. Кактусы будем забирать? Получается? Так, подожди, давай я. Так что нажать, скажи? Кнопка J. О, это кнопка. Так, там меняется тональность, типа, ты можешь менять там А, Б, Д. И нажимаешь на намлоки 4, 5, 6, 7, 8, 9. Я понял. Так, подождите, а чё корабль стал, пацаны? Это всё прикольно. Слушаю. Это всё слушает. Тут обезьяна большая и страшная от успеха. Пацаны. То есть, если... Дамы. Давай, да, нет, давайте его убьем, да. Давай. Где мы полка? Сражений. Ой, так, извиняюсь. Все получили, кроме меня. Костыляли. Ой. Так, воду в котле. Котел, вода, котел. Вот котел. Так, там с котла к себе и этот корабль надо пополнить. Там. Да. 40 штук еще. Ну, там еще нормально надо. Там 99, нет, там... 92 кактуса всего. Нам бы какой-то где-то много кактусов найти. Там 40 максимум. Типа в одной ячейке 45 максимум. Ну 40, смотри, тут доступно на этом ходуне 6 воскрешений. А на большом? Доступно 4. А на большом там будет больше, 8. Ну где-то. Нормально. Ну там все поедет. Так, где тут я... Блин, где тут эти руины? Блин, ну я по привычке уже shift нажимаю. Тут можно хэрэп нажать, чтобы он сам ездил. Я забыл. У нас еще одна стрела есть. Да, мы вообще шукаем, чтобы не убить. Попадается нам сундук, спасибо. Сейчас пока что мы не изучили. Ой, я сейчас горку подберу. Тяжелее будет. Давай, кто подтолкнет, пацаны, сзади потолка? Наперед давайте все! Я пришел как-то все нарубаю, пока мы это выезжать. Ты просто потом не догонишь, когда мы начнем съезжать. Давай, иди. А я уже бегу. Давай, ты же издалека можешь этот. Можешь издалека тебе попадать. Потому что издалека нам не выходило. А, ну тут надо это, приносить. Вот и максимум. Хорошо. У меня воды 5 штук осталось. Ну, у меня 0. Котле делается еще. Но все равно кактусы надо. Там... Дай... О, фиг! Что, нашел? Маленький?
маленький нашел. И там еще есть человеки. Я вон впереди вижу, там ближе к горам большие. Там, пацаны, кто за маленьким? Стоп. Тормозной путь очень долгий. Да не тормози. Надо успевать. Можно не тормозить? Тут это, вы не догоните. Давай. Да не, ну нормально, если спрыгнуть с кормы, взять и... Женя, чёрню, в смысле, Женя? А что ты не пускает? Ты пробел просто нажимай, когда ты рядом и цепляешь. Да, пробел, может быть, пробел. Просто нажимай и... Да, можешь крыльями, а можешь по разному поставил просто. Это маленький корабль, вообще места нет. Я говорю, я сейчас буду делать, он будет побольше, вообще в два раза где-то. Великий будет. О, обезьяна, я есть тонну обезьяну. Ты уже побег? Там, знаю, есть лишний счёты. Пацаны, ваш выход. Оттекаю. Я побег. Кто-то наверх, кто-то с обезьяной, да? А я чисто... контролю, чтоб если что, сразу отъезжать. А где обезьяна? А, бегу. Уже нет. Уже нет. Она ушла. Она испугалась. Або Женя просто зарубать. Суртовки наденьте, каски повязки на руки, суртовки наденьте, каску головную каску, суртовки наденьте, каску на руки. Да? Открою бутылку. Чё там? Нормально? Да. Кто может, кстати, кто может сразу сделать вот этот, как он там называется, зелечко, Жек, можешь поставить, чтобы он уже сделал? Кого? Зелье, чтобы создавать эти ходуны. Какие ходуны? Зеленые, короче, в этом. Алхимией, да. Короче, кто будет заниматься? Алхимией, зеленые, да не, нет, там надо не изучить, а изготовить. Витамины, типа? Порошок видения там что-то? Да, порошок видения, можете поставить? Стой, пока вы там задание? Ты рули пока, задание. Хочешь, я буду ехать куда-нибудь, пока ты ходишь? Весь, но у меня есть, я все в сундук положи, возьми себе. А, там один уже есть, да? Все, возьми, да, пройдайте в тебе, скажи. Левее бери, там руины слева. Слева руины больше. Левее, налево, это право. А, еще левее. О, еще левее. Ну вот как, гору объезжай слева, да, вот так вот, и там руины прямо по курсу. Вижу, вижу. А, вижу еще маленький там, где нам нужно. А, кстати, это, по-моему, те руины, что нужно. Да, те. Наконец-то мы их нашли. Горящик на месте. Алоэ есть. Так, я тут встану. Догарпонишь? Ну. Так, пока такие дела, я пойду кактусы собираю. Давай. Здесь бутылка еще одна. Тебе надо? Давай, левее. Бутылка велика. Да. Назад теперь, назад давай, назад. Я сдаю, вину воздухе. А, о, конечно. Да, 20 вот. То у меня тут одна большая, одна маленькая. Ну, да. Стоп. Пошел вперед. Вперед пошел. Да. Там возной путь очень хороший. Правее. Вот так все. Ой, еще раз. Сейчас мы это зайдем. Пешок. Все. 25 фрагментов. Нормально. Все. Ой, сейчас, короче. Руины впереди. Погнал, Дантон. Сейчас, короче, руины великие и можно идти строить, да? Да. У нас 88 есть фрагментов, ну, да, навык. У меня 300 люлей уже есть. Давай. Все, тогда я. Оп, и все. Да, стрелы. Да. Стрелы, это нормально, надо их потратить. Тика, ну, кейская, давайте им будем. А, есть три, еще три? Да, еще три стрелы. А,
Мы же работаем, там же выпадает дарево, там, короче, от кота его. Надо убежать, пацаны. Бегом, бегом. Что, кошка бежит? Бежит? Да, кошка бежит. Да не-не-не-не-не, он стоит, погоди. Вот обезьяну такую убей, вот пока. Я вижу, я вижу. Обезьяну дайте. Я контролю. Бейте меня, блин, а ну вы! Блин, у меня сломалось оружие, подожди, сейчас. Возьми их сундуки, все равно там есть. Ну, обезьяну я отвлекаю. Что там в сундуке? Пацаны, давайте быстрее, походу он сейчас понадобится. Все? Давай. Вот она обезьяна. Все. Убираем. Так, вижу, смотришь, я вижу тот сундук. О, там еще сундук. Так, я палки на всякий случай. Там, видите, справа, там в Элэкоме там было. Пацаны, я сейчас от кошки избавлюсь, сейчас, пацаны. Блин, ну уже 97 осколков. Один. Сейчас мы еще вот эту байду залутаем. Пацаны, я стреляйте в кошку. Где большие руки? Она отстала? Блин, нет, не отстала. Нет. Блин, ё-моё, давай из горки. Да куда ты на нее, блин? Да я в горку мымельно очень идем. Там же, блин, был цель. Да я вижу, мы ее не залутаем, если на нам кошка нападет. Я запомнил. А с кошки что-то хорошее падает? Я никогда не убивал. Блин, что на пустыне что такое, а? Фигура падает. О, я убивал, это глюк был. Я же говорю, можно было, типа, она, ну, не такая агрессивная была. Она подбирала, заглючивала, били ноги, ты на спину, типа, падал, и можно было ее забить. О, она отстала. Все, супер, впереди руины. Впереди руина, а потом справа еще я за кем? Пацаны, я за ящиками еду. Так, давайте их покинуть. За ящиками все-таки это. Да. Уже нет. Я просто кошку объезжаю. Чтоб это. Давайте, трио. Ты упал? Да, я постоянно JH путаю и начинаю автобег включать. А то. Да? Надеюсь, никого нету больше. Достань, Жак. Да, чтобы... Макс, отойди, а то я еще в тебя попаду. И что было? Тяжко. А вероятность очень нормальная, высокая. О, парни! Сундук поехал. Да, мы его назад. Кошка, кстати, тут, если что, она не дремлет, так что обережно. Стоп, прямо, выбирай мне. Вот так, да. Сейчас, пацаны, давайте еще разочек назад. Сейчас, пацаны. Ну, назад. Жак, Маша, это освободить веревку. Там Маша. Я не помню как. Я вообще никуда. Опа, длинный. Ого. Минус стрела, печаль. А там можно бить кса? Там. По-моему, нельзя, да? 43 еще. Стой, я не могу ж прицелиться. А сейчас попробую тупить. Поехали. Можно бить? Поехали. Ну? Поехали. А, nope. Просрали одну стрелу. Да, печально. Ого, и Кетика пришла. Все, я забрал, уезжаем, эй, парни, уезжаем. Уезжаем. А, уйдем. Давай. Уезжаем. Все, давайте строить уже. А у нас больше стрел не осталось? Одна. Есть одна. Ну погнали, впереди, погнали, строить только через руину. А через... Что-то наш корабль коты разбирают. Зачините, не хватит. Ну ты стуча, ё-моё. Мама, дети, она отстанет, у меня типа есть зона какая-то. Я знаю, но у них зона фишер влейкая. А мы фишер не имеем. Еще одна. А че она так затормозила? Кактус. Оп. Отстань. Блин, они агрессивные такие. Ты не говори.
У нас большой рог. Два, ну то большой рог туда, у нас китер сзади. Сзади. Ты ничего не сделали с ними. О, все, она, кажется, биом не может. Она не может преодолеть биом, границы биома. Да? Да, видишь, она не преследует. О, че это, дивите, там она, дивите, подожди, стоп, земли. Там она сзади, значит, цейх. О, кактусы. Ну, кость большая. Да, кость, давай ты ее добудем, чтоб давай. Потом кирка сделать. Нам цепляет. Да, сзади хоть очень медленно. Я не мог... Я, может, добуду, сейчас я добуду. Не, не мог я зацепиться. Ехали. А, кстати, а мне есть? А мне кирку не дали, пацаны. У меня нету кирки. Ну, ладно. Мне тоже нет. Ну пока что нам не... Я их пока... Так а нам и не надо, я... сделайте две, не да, надо да. Делать миллион. У себя есть, кстати, алоэ богато, парни, есть кое сер? Сер. Ну все, иди, добудь то алоэ с кучей. У нас пока что давилки нету, конечно. Ну че, хай будет, потом пригодится. А сейчас посмотрю, если, где делается давилка, что там надо. По-моему, она делается в изготовлении. Изготовлении. Станция очистки, это не то. Это не то. А где не делает? Ну, скрыть бегать. А, станция для давки. Эх. Пацаны, кто может изучить землекоп и станция для давки? Кто изучает... Не оставьте на оружие там тридцатник. Ладно, пока что не будем делать. Я пока что изготовление пока что изучаю. Окей, все, давай. Ты изучай изготовление. Там, где костер был, да? Ну да, пока что. Вот там, короче, потом будет этот землекоп, а после него станция бульдавки. Это типа станция, она туда ложит алоэ, и он создает больше воды из алоэ. А, смотри, кто есть. Кактус? Чуть? Там че накидает? Четвертого. Да что это? Качественный кактус, я офигеть. Качественный кактус. Да, есть. Кстати, там еще один рок справа. Да, да, бежим. Кстати, кактус с серпом тоже... Да? Вернее, сколько выпадает, да. А что ж ты не сказал раньше? Я их всех топором порубал. Вот. Там можно и топором, и... А серпом больше, да? Ну, да. Сколько топором выпадало? Ну, когда мы изучим... когда мы изучим верстак для давки, мы можем уже как-то не собирать, а будет вертолой. Оно больше дает воды. Чё, все собрали? Да, вроде бы. О, тут еще кактус. О, кактус. А ладно, поехали. А меня забыли, Олег. Давай. Где? О, тут обезьяна, ребята. Максим, можешь помочь с ним? Да, сейчас. Я хочу сказать, типа, страховка. Я его ударю, типа, буду хуже, типа. Сейчас, мы это, на тобой вернемся. Опять раз на раз, мы будем друг друга бейтить, типа. А ты понял, типа, сажешь, давай? Да, там надо просто уминить, типа. Значит, серпом 7 добывают. А этим попал? А этим меньше. А, ну, забыл, значит, там. Ну мы, блин, за один раз уже почти сделаем уже третий ходу, это прям нормально. Не, по-моему, топором, ну не знаю, топором 5 и по несколько, топором меньше давай. Не надо. Залазь на нашу. О, а что там за... А там... Это на нашей локации разговор или вообще на сервере? Шо? Видишь, там типа кизби. Это у нас, это у нас, это у нас. Это на локации. Может, он и нам пишет, что мы такие медленные. Да не, это, видимо, кто-то PvP пишет. Need help. А что, их слов? Жак, запрыгни. Almost done. Да не, видимо, они что-то, кто-то что-то строит. Тебе нужна помощь, да. Да, да. Ох, чой, almost done. Ой, смотри. Дерево нам надо?
Да, мы сейчас едем, там так едем много. Я понял, мы едем строиться, погнали. Да, мы едем, да. Эй, ну, смотрите, подожди, налево, налево, там руины слева, давай заедем. Давай. Он наряд. Стрела есть. Да, это, по-моему, не те руины, что стрелы. Да там ТВ, там все парши. Там дальше есть еще один. Да. А тут там, есть... а там без стрел. А тут огонь надо опять. Так, запрыгай. Там сверху там есть еще. Забрали? Да, сверху. И уехал, молодец. Ну, блин, извиняй. Запрыгай. Все, погнали строить. Брежу, двери зачиняются. Все. Мы строить и руины потом, они сюда будут спавниться, в принципе, ничего не видит. Я понял. А вот строить надо. Оружие еще хочу найти, хочу типа повоевать. Есть где-то такие сложные локации, где сложные обезьяны с классным лутом? Ну, на большие. Большие обезьяны. Ты попробуй против пяти, ё-моё, больших, там вообще. Не, ну если четвером и в доспехах, то вообще легко, ну, да, развалим. Ну я понял, но вообще, тут не очень хорошо играется. Когда вы ушли, а мы Жеки спасали его вещи, это было, конечно, эпично. У нас только пепла уже тут, капец. У нас еще есть еще 6 деревянных опор. Итак, там, если напомните мне, что лучше всего. Молот с костяными шипами. Рука двуручная, правильно? Ну не забывайте воду пополнять и пить, чтобы она у вас была в бурдюке. Так, пацаны, куда налево? Можем тут, в принципе, а не ладно. О, я могу так сделать там зубастые молоты. Пойдет? 52 хп снижает. Пойдет. Значит, все, мне надо 20. Мне надо 20 этих камушков синих, то есть даже не 30. Все, пацаны. Ну, ценное тут вроде металлическое. 100 там, я не помню даже где оно. Делаем, короче, эти. Сейчас я. Таюма. Используй. Таюм. Как грузовой отсек ему попасть? Во. Так, мне надо 30. Алло, что у меня вода? Так, деревянная так опора. Блин, вот надо канаты. 30 надо. По моему ходу надо 30-ник на канаты. Ладно. Ну там возьми, там еще 50 чем-то. А ты уже все? Больше. Ты уже все прокачал, что надо было? Я сейчас прокачиваю этот ходун нам побольше. А где зелье, пацаны? Да, никто не сделал зелье. Какие зелья? Зелья? Порошок видений. Ну, нужны кактусы. А, кактусы Саду есть. Посмотри, Боже, в котле. Кактусы в котле. Надо их. А надо. Закончилось все. Я уже добавил, я принес кактусы. Огонь! Вы, пацаны, блин, воду не поставили, чтобы не делалось. Я думаю, что не делается? А кактусы. Потому так нет, кактусов не было, так и что. Отложи кактусов на то, что ты там хотел бы. Они сейчас все в воду переплавятся. Так это вода нужна. Там вода надо, я понял. Смотри, две воды еще. Делаем вот эту. Что не делаем? Что, надо еще воду? Давай еще воду. Там 10 воды надо. А у кого ткацкий. Ребята, у кого ткацкий станок уже изучен? У меня. Тогда ты сделай канаты, потому что. Есть. Канат, так сделай пару канатов. А его надо для ачивки выучить. Погодь, стоп. Канаты? Ты же выучил для ачивки? Канаты? Для задания. F3? Да. Не, не канаты, а верстак этот. Открыть ткацкий станок. Да, там для задания. Ты по рубам надо его изучить. И канат, походу, тоже придется изучить. Да, канат, учить. Да. Все, я пошел в это. Блин, не помогли, ничего не пошел, надо. Надо посмотреть, что надо для строительства. Так, во-первых, изучить. Секвоя 22 плюс уровень. Ни хрена себе. А что это дает? Ну, секвоя, ну, 22. Это качественные уровень. Вещи потом делать, чтоб. Надо. Нифига себе, 22 с плюсом, блин.
Нормально. Я вообще первый раз вижу, блин. Хатун, что надо ему? Дерево и канат. А, канат надо, кстати. Надо, чтобы создать ходу, надо еще канат. Тут чем качественнее... Я канаты изучил. Я изучил канат, я сейчас сделаю. Потом качественнее получаются шмотки, вещи и все. У нас всего лишь два каната. А у нас есть этот. А где их делать? На ткацком станке? Да, на ткацком... А ткацкий станок у нас внутри этого. Надо его... Давайте сейчас. Поставить его надо, я понял. Ну, устанавливаю, я сделаю канаты. Так. Вот, смотри, я его сюда поставил. У нас есть дерево на базе? Сейчас я принесу. Давай. А, давай. А где этот станок? Вот. Бери меня. Вот он. А, ты внизу где-то поставил? Или не понял? Да, я внизу поставил, да, внизу. Ага, там вижу. Да, я вижу. В этом бедном нашем... А как канаты плести? А там где-то сказано. Волокна, лазоруб. Фига себе, для канатов надо лазорубу. Или рогос. А что такое рогос? Рогос это камыши. Они, кстати, в таких локациях. А, кстати, камыши можно с этими... Вот, блин, тут ну, есть ну, рядом. И у тебя есть серп? Иди камыши пособирай. Да, вот, есть смотри. Серп. Вот, смотри, они уже тут. Мы же били этого. А, вот этот шир? Да, а вот. Да. А я пока что вот этого бить за ударом. Я еще скрытни 3 шкурки добавлю. Зеленый. Сейчас, скрытие дерево у нас на базе. Ага. 67, конечно. Да. Я много в инвентаре. Много... Сейчас я вам точно... Сейчас я вам точно скажу, скрытие надо. Скинемся на пол, я тебе поможу донести. Ой, надо 900 дерева. 25 каната, 276 волокон, 2 дерева. 900, ой, 2 ткани и 900 камня. Ну, камня у нас вообще много, вот дерево надо и этот, волокна с канатом. Дерево, волокна с канатом. Волокна собирается больше, ну, вы знаете. Да, вот серпом, серпом. Так, дерево слаживает, да, Жак, будем ткать что дерево? Качественных дерево, блин. Да, давай его использую просто, потому что нам пока что не надо качественное. Что мы будем делать с ним? 22 плюс уровень, блин, ты прикинь. Пока же скачественное, нам заморачивать еще рано. Прям. Так, рогоз куда там? Ткацкий. Так, дерево не есть, и там еще надо. И так, там уже есть два этих. Два. А, еще. Можете поставить. Где-то пьяный бегает. Можете поставить канат. О, ко мне пьяна прибежала. Чтоб делал тут канат. Не гони. А? Меня не изучили. А что завалит обезьяна, пацаны? Антон, можешь это? Чувак, меня сейчас убьет обезьяна. Бегу, Джек, поднимай. Поднимите меня. Я бегу. Я просто забежу. Ти там так далеко делаєш? Повзай, ти можеш повзти. Давай повзи в другу сторону, не до мене, а в другу. А, я ти успієш скажу. Мене підняти, нормально. Да, піднімай його, я відлікаю обезьяну. Оно в камні застряло, ви о чому? О, я підняв. Воно біжить. Ай, тікай. Це жорстка обезьяна, парни. Блін, не можу догнати її, зараз. Оп! Блін. Це пустой обезьяна. Сейчас я перемотаюсь, ой, помогу. Ой, ёлки. Поблочь, блокируй, сейчас я помогу. Положили.
Обыск... Так, ух ты, ее обыск время занимает. Можешь поставить, чтобы канаты делали? А что такое загрязненная вода? Не... А ее потом очищивать там с помощью там очистителей. Ага. Ну нам это пока что нам воды много будет, если мы скрафтим этот доилку. Там вообще будет много, много воды. Так, а мне можно выбросить? Блин, в бурдюке у меня теперь загрязненное место нормально. Короче, побежал за воду, по воду. А ты просто выкинул. Ты можешь поставить канаты, чтобы делать? Сейчас я я ресурсы на них собираю. Я вот бегу. Обезьяна, чувак. Я рогоз дособираю. Да будет. Там уже много не надо работать. Там мало. Так, еще 7 фрагментов я положил внутрь этого. Надо и кактусы положить сюда. Тут у тебя есть такие штуки. Понимаешь, типа, канаты нужны для оружия и для брони тоже. Да. А сколько там? По 2, по 3? По 2. Так что я сейчас рогоза наклепаю. У меня сейчас инвентарь будет переполнен. Так, нам листья... Ой, листья алоэ я не буду пока выбрасывать. А кто этот? Не одел в этот себе, не взял. Блин, штаны. Ладно. Ну, не штаны, а... Во, 22 уровень. Пацаны, у кого? Какой уровень? 21. Ну, я задание выполню, кстати. Как я задание выполню? Так, опыт же капает, блин. Чё-то, блин. А я задание О, 23. А ты просто какие-то задания, которые там где-то далеко впереди. Потому что ты строишь корабль. Да, да, да. Ну, по идее, ты опережаешь. Они не можешь впереди идти, они все по порядку. Нет, я... можешь. Да. Да. Не, я просто не корабль, я просто одел себе одежку и все. Я всего лишь одежку одел. Сохрани с парни 400 дарил. Так, делаю канаты. Это сейчас в тюке на мое место, ребята. Думаете, что сдавайте. Да, блин, уже их негде будет тут ставить. А надо понял базу строить, чтобы сундуками забить вообще? Да. Ну ща, мы это все потихоньку. Так, 400 дерева это маловато будет, конечно. Как тут все ну, принес, ребят? Ну, я дерево, тоже кактусы закинул, там котел новые. Так, если воды возьму. Так, поставил этот пол, поставил наконец. Они долго делают. Так, а что с алоэ есть делать? Из алоэ? Да, его кидай. Сундук пока что. Ну, вообще нам нужна давилка. Ну, давилка пока что нам... Ну, на большом попал корабле будет давилка. Да. Так, сейчас, мне все хватает. Так, что нести? Дрова надо рубить, да? Да, надо 1900, короче, дерева. У нас сейчас 400. Ладно, 500. Так, выпиваю в эту штуку. О, дай оружие сделать, то мне стрёмно. Сейчас, да... О, короче, сейчас будет... Я оружие доделаю. Пацаны, ой. Оцените. Какой желатель, а какой у нас маленький. Нормально будет место? Ну... Да, да, это уже поинтересней. Там вообще место прям. Ну, у нас будет база, и там будет сундуки, чисто для. База для сундуков, так сказать. Блин, как мы разлезли? Те гребаные кости. Еще от камня нам. Сейчас. Канат еще нужен. Два каната. Два каната, канаты вместе делаются. А мы умеем уже деревянные опоры делать, нет? У кого-то есть деревянная опора одна? У меня сделали. У меня тоже. Короче, я могу. Ладно, я пошел рубить дерево. Давай. Короче, оружие могу делать. Оно стоит два каната и 8 деревянных опор. Могу двуручные палки уже, ну, какие. Не самые нубские, а чуть получше делать. Если надо будет, я могу топора бать. Лучше дара вырубать.
У меня есть топор. У меня каменный этот, который сам крафтишь, или у тебя продвинутый есть? Ну, я такая же. А, то такое, ну, такое я уже выучил. Ну, деревянные опоры, сейчас 10. А их можно? Как и делать деревянные опоры можно? Надо даровые волокна серпом, надо, чтобы кто из волокна собрал, чтобы так, волокон там миллион, посмотри. Волокон это много, 200. Я принес 200, по-моему. Ну, значит, дарово рубает. Понял, ну, значит, рубает. Я тоже 200 принес. И, значит, 400 должно быть. Я строю этот волокон. Не-не, я про вот это, ну, короче, качественное дерево, с которого там, типа, все делается. Ну, дарово это. Ну, ладно, оно нам просто, просто нам сейчас оружие и доспехи не надо, мы все равно, типа, строимся. Там, где по дороге уже скрафтим на корабле. Вот эта обезьяна пришла. Бегу, а, я ее забил. Я ее забил, все нормально. И я стою такой, тут 20 обезьян. Чего? Я о чем? Обезьяна. Я думаю, что это музыка прикольная. Это же когда нападает, музыка начинается. Во! Так, блин, надо наверх забраться как-то. Сейчас заберем. Так, надо... 240 дерева и что-то еще. И 4 каната. Канаты крафтятся. А я, да, вот вижу это. Собираю тоже. Уже 6 канатов, по-моему, пока течет. Дерево скинул в эту штуку. Какую? Ну тут. А, тут. Там 80 кроме. Надо, надо еще. Я видел где-то дерево, ну как? Да, вот. Я не знаю, качественное дерево будем собирать и не тратить. Ну блин, потом нас берем. Я так думаю. Потом надо хлам. Да? Подбежал. Деревья, топора нету. Ну, есть топор, тут хоть это и скин. А тут я быстрее камни найду в сундуке. Так, у меня сейчас... Откуда у меня? Откуда у меня 12 еще остается? Там... Там еще 12. Во, у нас 24 фрагмента осталось. Пацаны, кто-то может скинуть дерево? Ну, сейчас несем. А мы несем. Все, давайте. Ну, дерево много есть. Так, жду. Надо еще. Надо еще 630 дерева. У меня есть 200, 300. Вот. У меня 300 есть. У меня 200 тратить. Ну, все. Все, нормально. Все, жду вас. Но мне не хватает. Как раз еще канаты понаделаются. Давай 52 дарова сюда брать. Давай. Надо 70. Ну, маем 230, да, 300. Не, вот пенек еще срубил. Не, ну в этом корабле прям хватит места. Если еще у нас будет база для сундуков, места будет мало. Ну, смотрите, он в два раза больше, чем да, с яйцами. Ходу. Но без яиц. Ну, без яиц, да. Ну, зато с бочонками для воды. У него, кстати, есть яйца. Это бочонки. Чё там, не всё это? Не всё. Давай я тебе бедного скину. Давай. Только не всё, у меня не всё. А ну, давай всё просто. Любую поместь. Ну всё, надо ложить. Всё. Подожди, всё, всё. Ну всё. На моё. Тебе кидать? Да, кидаю все под ноги. Дай, давай. Ну, раз дерево, два дерева, три дерева. Всё. Ой. Чёртая ты. Я чуть шевелиться не могу, пацаны. Можете кто-то подобрать 100 дерева? Я был давай, перегруз. Давай. Вот. Потом скинешь, когда понадобится. Угу. Ну всё, ты не залазишь. Давай. Раз, давай, давай, давай. Че так мило? А, я же перегрузчик, короче. Так, надо в лиман убежу. Еще волок найти.
что, волокон? Да не волокон, а эти... Тупоки... А, надо волокна. У кого есть волокна? У меня есть волокон. У меня... Да, волокна. На тебе. На волокон, тебе, пока. На тебе 100 волокон. Давай. Так, это сделал. Не забывай, уровень что качается. Надо еще нитки. Уровень туда. Так, бегу наверх. Куда вы цього рогоза набрали? На болоті все, косить на болоті. На болоті. Тут болото, тут ещё. А для почёнка там я чё-то. Понятно. Ну, наверное, пацаны, я не знаю, ещё можешь забить? Можешь нормальный. Я просто не знаю, для ног надо скипать дерево. Чтоб... Так, а, дерево надо ещё дофига, да? Ну, я не знаю, точно не могу сказать. Порядка такого же, скорее всего. Так что можно сделать. Так, надо волокна принести, чтобы ткани понаделать. Ещё волокон? Там сколько тебе ещё волокон? Надо. А, ладно, ткани не сделаем, потому что канат делается. Вторую надо крафтилку поставить, а и всё. Да, кстати. О, мне надо... О, слушай, мне надо её построить как раз. Сейчас я поставлю. Мне как раз Б, да? Объекты, ходуны, изготовление. О, ткацкий станок. Побежал ставить. Сейчас будет второй. Бо эти, блин, канаты так долго делаются. Надо еще где-то 6 канатов. А мне только один. Да. Так, тут закидывай, короче, чтоб ткань делать, надо дерево и волокна. А, давай, сейчас будет. А, тут какие-то улучшенные дерево, его надо? А, нет. Хорожай там. Так, и волокна. Так, я понял. И ткань, а еще надо ткань выучить? Нет, я понял, меня уже не слышно. Учить не обязательно. Ну вот волокон тебе еще туда. И дерево туда. Это для парусов. Так, я пока что скину еще все еще на этот корабль шмотки. Дерево сюда скидываю. Я у нас еще горного воска добыл. Камни там ломаешь. С камней. Да, камни ломаю, да. Да, да. Так, да. А дайте мне. Ага. Есть. Стоп, по-моему, есть. Да ведь штучек у нас тоже. А, портал высокий, а эта штука, чтобы тримать, да, детка. Зацените, что у меня что, есть? Что? Что? Пацаны, зацените. А, зацените ты что? Да, новый. Какой-то мамки камушек. С камнем привязал и палкой их всех, во. А что это за суета? Где суета? Что там суету наводите, я не понял. Все, пацаны, делаем ноги. Все. Ого, ого, 28 тканей, 47 дерева для одного этого. Ну погнали, дерево-то парни, ладно, погнали. Мать. А, надо еще палки. Пацаны, надо дерево с палками. Да, не опоры надо еще делать. Да. Я пока что начну делать... Короче, эту траву и дерево. Но дерев уже нема, все дерево вырубало, надо нам переехать. Нашел парочку. Да, мы тут уже все, как саранча. Мы не переедем, потому что корабль. О, тут делается, да. Да блин, 5 дырав осталось, что делать? Да ничего. Питаемся с дальним путешествием. Так у нас есть, можно, ну, мы можем взять ходок и съездить. Да, ну, типа... ходок съездить. Ну, поедем сейчас. Так, у меня тут 6 речей, я погнал. Так, и надо палки для чего? А кто там может палку поставить? Там для чего? А, дерево нам для палки. Да. Жень, тебе там есть? А, он строит. Деревянная опора нужна, блин. Да, там деревянное поле надо дерево. А дерево пока что. Дерево и хлопок там, чешет. Да, что-то у нас тут дерево вообще. Волокна. Вы взяли ходуна, чи пешком побежали? Да не, я. Давай возьмем. Блин, да, понимаешь, да, дело в том, что сундуки на ходуне.
А вы можете... Ну, о, так, снимай, а ты, слушай, сними сундуки пока же, и мы заберем, ну, или один оставим. А у нас дерева не хватает, у нас... А я ну, делаю... Да, куда куда тебе хватает? Дерево класть? А. В ткацком станке лежит, и сейчас я туда корабль положу еще. В корабле 89... А, нет, стоп, корабле нет, дерево. Вот. Ну, 82 я положил корабль, пошел. Тут больше нет дерева, Макс, поехали за дерево. 82 корабль? Нет, подожди, да я чуть-чуть заберу, бо я топор сейчас сломается, что-то новый будет. 8 дерева тебе попали? У меня есть, да. 4 топора, я тебе скину. У тебя деревянные поры остались опять? А, их же можно стекать, точно. Нет. Давай, за мной. Погнали. Сейчас с опорами уедете. Да, надо это переложить. И тут там дерево. Ой, надо, короче, базу типа строить, и чтобы все станки там, сундуки в базе. Тогда проще базу загрузил, выгрузил и поехал, блин. Да, надо все. Типа там можно на этот поставить, на ходу, типа. Ну нам это... по-любому надо, чтобы несколько кораблей было. Да что, несколько? Нет, ну. Она мало ходит, он исполнил. Да что хочет. 70 дерева есть, 9. Компания, Жек, можно бабушку. Стой! Никуда не едь, там делаются опоры. Базу надо сделать, чтобы. Мы там были ноги с такой. Можете... Давай, Макс, да, мы можем в ту сторону пробежаться. Смотри, вот тут недалеко еще есть деревья. Подожди ехать. Давай нормально в ту сторону пробежимся. Дерево. Чего не хватает? Да бежай оттуда. 70. А, у меня 30 есть только. А, дерево дай. Дерево надо. Отдайте дерево. Ой. Уже нет дерева. Ну что, Макс, бери это. Дерево, у тебя дерево есть? У меня да. есть это. Блин! Что три у меня есть, да. Выкинь все, что есть. Отлично. Хоть ноги достроили. Ноги достроили. О, ведь готовы. Ну как готовы? Парус. Надо парус? Парус, а что нужно? Руль вроде какой-то. Ткань нужна. Что нужно, говорите? Говорите, что копать. Дерево копай. Канат и деревянные опоры. Жак, у тебя есть две деревянные опоры? Есть. О, да, дай это. А я пока что канаты иду. Как вылезти сюда, блин? А тут уже, так сказать, это... Ну да, цель такие будут пободрее. Сара. Паркур. На, опоры. Подо мной. Так, сейчас главное поставить правильно... Ой, куда я пошел? Главное поставить сейчас руль правильно. Да что, я поехал до Антона. Ударил. Давай, будем так, складывать ну-ка. Сразу его. Ну-ка. Сразу уже станок, чтобы так, Ровно поставил? Все? Нормально, да. Вперед, вперед, назад, назад. Вижу, смешно. Так, котим улучшение, что нам надо. Нам надо дерево, волокна, камень. Камень нужно. Да? Вот ты уже корабль, я понимаю. Да. Вот он быстрее даже. Кстати, не самый быстрый, самый быстрый опять. Так, у меня опять медиана. Так, мы же там оставили эти... Давай записываем сюда, поставим. Давай. Крафтилки. Ты, надо кстати... тю, чтобы... Тебе можешь построить быструю тю? Ну, подниматься проще. Да, а на том корабле надо. Забрать-то там пускай будет. Ладно. Пускай будет. Я надо для этого скажу, что. Кстати, руль лучше бы тут поставить. Ой, тут большая обезьяна стрёмная. Макс. Или вот тут впереди вот тут поставить. Вот там Макс, она догоняет, блин. И поставить потом надо будет. Ну, отвлеки ее. Да. А в плане можно да, она жесткая. Сейчас я поднимусь через 18 секунд. Рулю что здесь ставить? Или где-то вот здесь? Сейчас я захиляюсь и пойду и наваливать. Ну сейчас, его можно переставлять, я это знаю. Сейчас. Жак, отойди. Я сейчас сам переставлю. Давай. Короче, представь, как удобно.
А для этого мне... Как его переставить, я не понимаю. Так, ну, да. Чуть-чуть лучше. Можешь вести ее обратно. Ну, я не знаю, если на скалу вылез. Ну и ладно. На! Если под склою, на альдику эту. Побежать в твою сторону. Чего? Внутри находится этого, ходуна, руль. Поставь, куда ты ее имеешь в виду. Ты мне надо палку мою проверить, сейчас. А, ты ее будешь отбить. Блин, у меня еще вот, хп вот, не похилялось. Молодись, на. Закрой ее пока. Открыть хранилище? А где? Я не вижу, где тут это место, где. Ну вот, под тобой, вот люк. Показать базу, прогрузить базу. А, прогрузить базу. А, это стоит. А это открыть хранилище. Это хранилище. Ладно, чего мне не хватает? Мне не хватает дерева, опоры 4 на одну штуку и вот. Надо еще опоры. Вот на таком я катался. Ну я знаешь, какой я сначала шаг делал? Я сначала вообще приспахнул наперед и сначала делал ходун скоростной. И сам делал его. 2 дня точно. Там 36 горских воск надо. 36 там. Я не в ту сторону выставил. Ну да, такой есть. Ну скоростной, типа он, по-моему, поменьше, но он быстрый. Нам скоростной не подойдет. Как он украл? Да? Погрузить базу. Ой, Макс, бежит этот обезьян. Бежим. Давай сейчас его попробуем размансить. Тут 130. Сейчас оружие только возьму нормальное. Ну, нема нормального. Так. Ну, отвлеки, понял? Отвлеки, я ему палкой врезал сзади. Ну, давай сначала. Тут уже 30 очков, чтоб базу покажу. Подожди, нормально. А тут он может застрянет где-то. Ого, нормально. Нормально ему дал так. А, подожди, там винота покибает на тебя сейчас. А, все, вино мене, чи не? А, винота бы наче залагав. Ти, все, винота бы нормально, я бью. Погрузи. Ой, ты куда? Нормально, все, белая смерть. Погрузи внутрь вот этого. Ого, у него дерево, но... Да, 10 у них было оперт. Я могу какой-то ткацкий один. Да не, не могу, потому что я не это. Ты забрал, да? Сейчас, ну-ка, выйти, а я сейчас это его поставлю. Во. Так, мне надо получить 15 тканей по квесту. У нас же она потом еще будет, просто чтобы взять ее в руки, правильно? Мне надо взять в руки, и квест закроется. Кого? Получить сейчас, ткань 15, 0 из 15. А, этот? Кань? Ну, квест там, типа, ну, в общем. Что погрузить? Да, получить ткань, получить, не погрузить, получить ткань надо. А, слушайте, надо, ну какое-то типа, ядовитое станка. Облако над грибами. Из станка надо взять 15 тканей. Ага, окей. У нас стоят ткани, просто. Ой, тут что-то странное. Что, едем? Ребята, Макс, подойдите ко мне, тут плащ такой стоячий посреди поля. Кто? Плащ. Подойди, посмотри, что это такое. Ой-ой-ой-ой, это плащ. Смотри. Ну, пока едешь. Ты видишь эту штуку? Ну, типа, знаешь, как-то... Ну ж, так а что ты делаешь? Аппарат, а чё он стоит? Стоит. Что там, пацаны, у вас дерево есть? Да. А я схожу, можно? А, вот. Ну, а там дерево в нём сбегает, подавайся. О, прикольный, короче, ходу. Да? Да? Да. Что, встал? Да, могу. А стой, ну! Я стою. Я чё, максимально пространство задействую. Да их можно потом бальше поставить. Так, из этого ходу нам надо взять гарпун, и будем новый делать. Так, да, не, возьмём, чё, нафиг уже ресурсы тратить. Этим быстрее же, раз-два я сорвал, блин. Да.
Он, конечно, тормозов те самые, но он был быстрее. Все? Поехали. А на этот можно забираться так же крюком или... Ну, надо строить. Ну, построить, можно одну, кстати, сейчас спиздить. А ладно, сейчас можно две спиздить. Так, кстати, давай... хотя поставить. Так, снимайте две. Ну, я думаю, что мы на один корабль перелезем, да и все. Опа, ну, может, ну, типа, нет смысла его тягать за собой. Ну, он не такой супер крутой, чтобы его... Ну да, со мной мы будем улучшенные корабли строить. Ну да. Ну, типа, прокатные. Вот, нам главное такой... большой, у нас теперь есть большой корабль, на который все влазит. Это самое главное. Ну, и, не, еще не все влазит, но базу можем построить. Тогда будет все влазить. Так, мы пока что определили, что будем. Максим, по-моему, будет строить базу, да? Это строительство, значит, и тут три. А как, кстати, она дешевая, 10. В принципе, изучить можно какую базу. Этот. А ну ё-моё. Можно построить стена из мешков, не, с песком, не то. Так, у меня перегруз. А, базу... Если хочешь, что там. Я поехал давай. Короче, Макс, сначала у... А, нет, давай я тебе скину немного дерева, наверное. Макс. Давай, скидай. Давай, а, Макс. Вот. Кидаю. Вы, пацаны, можете уже этот, идти на... Вот, скинул. А вы на все равно мало. Кидали? Все надо? Угу. О, а я сам покажусь, чувак. Все, погнали. На 15. Я побег. Давайте, пацанам, дерево нужно. Я несу миллион дарова. Так, и не забудьте еще на корабле нажать... Нормально вылезть. О, нормально можно вылезть. Надо тут апгрейды сделать, чтобы вода тут была. И апгрейды надо сделать. Поднимается, не? Ты не иду. Не, так, ты не так поставь. Ты поставь вперед, чтобы туда смотрело. А босс... Не, лучше. Нормально еще. Ну, оно за колеса будет цепляться. Да, нормально должно быть. Ладно, окей. Нормусик. Слушайте, а тут прикольно. Давайте дерево. Где дерево? Вообще, места столько. Давайте дерево, пацаны. Даю все станки. У меня вот дерево. Куда его? О, да. Давай я на тот корабль тебе в сундук положу дерево. На. Накидал поднос и забирайте дарово. Перенесите сундуки, чтобы можно было разгружаться уже там. И поставьте еще парочку, а то мало. Да. Да не, мы базу будем строить, а там уже сундуки будут. А чего? Типа что базу, сундуки в свернутой базе сложнее залутать? Да, я не... Они больше поместятся. Больше поместятся, да. Но все равно, ну, типа, понятно, но минимум там... Да, ну, смотри, один сундук можно поставить себе, а все остальные будут на базе. Ну, с оружием, для оружия, надо сундук для оружия, два сундука для ресурса, нет, и еще смотри, сундук для барахла. А вот мне есть такая штука прикольная, что ты скажешь. Оно, туда можешь сохранять еще оружие, типа. Это не куда? Груз, это, по-моему, вот этот. Дополнительное улучшение до уровня. По-моему, гир... называется. Ого. Там так, а мы бросаем. Ага. Вы куда уехали, ешь, блин? Я никуда не еду, я так. Прощай. Да я ж базу, блин, тут, блин, пытаюсь. Ты понимаешь, когда движется, все срывается. Все, я тут. Короче, Макс, парковались. Бери у эти. Сейчас будешь базу изучать. Ну давай, ты дайте штуки. Бери вот на том корабле. Да, если я буду говорить, что делать? Это. Поставили. Хрен перелезешь. Взял? Осколки. Да, взял 24. Так, смотри, заходь на строительство. Ага, изготовление. Так, нажимай снизу стена из мешков с песком. Нашел? Внизу самое. Почти самое. Стена из мешков с песком. Да, сейчас. Нашел. Чил? Угу. Так, потом изучай вот этот сундучок. Угу. А потом изучай нижнюю. Это называется хрупкая, зато дешевая деревянная конструкция. Угу. Все, больше ничего не изучай.
О, Макс, ты, дай мне этих тесаных палок или деревок, или как сейчас скажу, называют. Деревянную опору. Сколько у тебя там? Нет, все, больше ничего. Ну, сейчас. Так. Оружие. Ага, где там, а где ткань, а, это, канаты были? А, наверху в станках. У меня есть канаты, аж 19 штук. Давай. Я в сундук положу. Давай. Я сундук на корабле положу. Так, не хватает чё? Блин. Тут движется что-то, он, блин, сам по себе. Пацаны, у кого есть волокна? Ну, там в сундуке должно быть богато, нема? Так, нам нужно в следующем сундуке, наверное. Ой, не долетел. Так, не понял, в сундуке. Долетел. Долетел. А, в том сундуке, я понял. Да, тут нет волокон. Это сундук за этот. Ну, вся матика 16 на руках их. А, все, станку, все, 250 штук, все в цьому. Прикольно. У нас все ходуны куда-то сами по себе едут. Не все, это стоит, а. Все едут, блин. Саня, да. А я пока что делаю, блин, ткани не хватает. Так. Так, посмотри, что нам для базы надо. Какие-то там этот пол. Ну смотри, базу можно построить, в принципе, 6 на 6. Нам хватит пока что 6 на 6. Да. С высотой на один блок. Ребята, кому оружие еще нормально выдать? Я, вот, я положил зубастый молот. И надо еще деревянных опор, можно еще зубастых молотов. Он... Топорик забирает 39, а молот... 52. Ну. Я так, деревянные больше. Опоры сложил 7 в этот. Посмотри. Сундук. Так. 24 надо. Ага. О, пацаны, он и сейчас еще будет один молот. Надо еще волокна. Есть. Добавил молот в сундук. Та мы забываем. Взять надо. Ага. Так, а что у нас баллиста сзади, а не спереди? А потому что тянуть так удобнее. Да. Ага. Сзади. А если мы будем, ну, догонять кого-то, нам же надо будет его. А мы его вот. Сзади. Ну, пока что догонять кого-то. Ничего. Ну, я понял. Догонять пока надо. Надо чем стрелять, блин, тогда. Ткань. Ага, тебе ткань нужна. Догонять будет нас все, чем мы кого-то. Да. Нам мы еще. О, все, он такая. Так, надо создать вторую такую штуку, чтобы подниматься. Так, говори, что тебе там делать, какие ресурсы нужны, что дальше. Деревянные опоры и волокна. Пацаны. А что, для деревян. А из чего крафтятся деревянные опоры? Ну, дерево. Ты изучил, да, их? Посмотри. Ага. Я понял. Так, поставить вот этот станок, что нам надо. Так, а куда дерево вам скинуть? Вот станок кидай. Станок кидай, чтобы деревянную опору сделать. Ой. Да. А, у меня дерево тоже много, кстати. Я забываю, что оно открыто постоянно, это менюшка, блин. Так, и надо улучшение, что надо? У меня сейчас какое-то крутое дерево, что с ним делать, напомните? А сколько у нас скрипное? Крутое, ложи просто в сундук. А у нас шкуры скрипное, да, уже нет? У меня есть две еще. Вот надо 8, чтобы изучить воду. Положил в сундук. Мы пока что без воды. Так, вы сделайте воду, блин. А я говорю, надо улучшение построить. Надо тут свод... еще вот и флотцев 50 в этой. Так, а у меня 7 канатов, я канаты скидываю тоже. Так, окей. Я разгрузился и готов куда-то бежать. 8 кожицы скрытий. Крити? Да. У меня 22 есть. А, ну все, давай, да. Где ты? А кто может поставить этот? Что там для этих палок там? Что-то не делается оно нифига. Надо драйвер ног вам перенести отсюда. Ну а этот.
Да посмотри на этом корабле. Ну я не умею делать. Вот там, Антон, я... Антон же... Не, я только ткацкий делал. Я только Андрей, ткацкий Андрей, делал. Андрей. Максим. А я знаю, Максим и Андрей, да? Чего станкая кино понимаю, я не знаю. Антон, можешь посмотреть, что там для DOS этих надо? Да. Вот они делаются что-то. Сейчас. Значит, надо... Надо один... Надо 10 кристаллов. Чтобы... Ты можешь зайти в столярный станок? Он тут находится, он тут, сзади. Сзади, вот, вот сверху. А, да, вот туда можно, я могу сделать. Это да, Макс сделал. А, Макс делает, Макс. Посмотри, я что просто... там не хватает, чтобы сделать. Он не делает. Надо идти, волокна, волокна да. Надо. О, сейчас принесу. Волокна. Надо много волокна. Да, сейчас дам. Там было 200 штук. Я не знаю, давай. Жень, ты у тебя с собой скрипни вот эти? Да, да, у меня. Можешь 8 скинуть? Сейчас найду. Ну все, вода есть. Тут пацаны 120 готовой воды. Ну да. Надо сейчас сундуки. Ты же сказал, надо 4 минимум на каждого по сундуку. Да. Ну блин. Ну все, так же все поставил, тут по бокам еще по одному. О, сюда. Я умираю без воды, а где там вода? Вода много. В том корабле я... есть полно. Все, воды уже есть, да. Все, все. Кто ходит за волокнами, давай. По-быренькому, кабачь. Ну, наверное, ты сходишь. Бо у меня нет серпа. У меня есть серп, у меня есть серп. Все, давай, это задание за волокнами. Кроме дерева. Надо 10 волокон. Дерево? И волокон? Нет, волокна надо, дерева много. Да, у меня тоже надо. 200 нет, дерева. Ну я волокон давай, я волокон нафигачу. Давай, давай волокон. Так, камень 16. Я сейчас два улучшения сразу сделаю. И груз, и воду. Осталось только волокон. Просто тут еще есть, понял, ячейка у ходуна для оружия. Типа отдельная. Так, ну пока что все по красоте. Так. А для чего мне было палку нужны, я уже забыл. Так, ставишь два сундука. Что было? Ну, вообще, самое безопаснее сундуки хранить в базе, потому что мы сейчас привлекаем много внимания. Очень много внимания. Прям очень много внимания. Прям внимание и мы. Хорошая тема. Вот, вот почему надо делать базу и ховать внутрь, потому что никто не знает, что у нас есть. А тут знают все, у нас много сундуков. Ну, сундуки все одно надо, мы туда будем... Да, да, Максим, да. Это отдельно, Максим. Типа нам нужны рабочие да. Сундуки. Я это, тебе доверяю сделать базу 6 на 6. Сделаешь? Поближе к этому ходуну. Ну ладно. 6 на 6. Нам пока шпат 6 на 6. Там, там сундуков 12 точно должно быть. Во, сейчас это тоже серьезно много внимания сейчас мы привлекаем. Все захочет нас ограбить. Короче, надо волокна, чтобы строить. Надо дуже багато волокон, я тебе построю. Ну во. Максим, Антону, да? Антон? Антон. Все, я выучу. Включается, блин, не понимаю, блин. Кого включается? Таша, блин, смотри, ладно, пофиг. Так, я делаю такую штуку, то есть вот сейчас так, она стоит. Так. Жак, нормально поставил? Пойдет? Пойдет. Одинаково где-то было-то и все. Одинаково. Понятно. Франчизма. Так, все, делаю улучшение. А, не могу сделать, волокна хватает. У меня есть волокна, я сейчас принесу. Давай. Мы тебя ждем, мы тебе верим. Так, из ходуна. Все уже на, спампоинт нажали тут... в этом ходуне? Нет, я еще. Я думал. Да. Придешь, нажмешь. Жак, ты нажал, да? Ну, да. Отлично.
А этот ходун со временем, если его никто не ограбит, он сам уйдет. Должен уйти. Вот теперь сделаем базу, сделаем это, и можем идти в другую локацию. Прям вообще покрасить. Бо этой локации осталось жить. Дерево скрыть. Скрыть у тебя есть? В сундуке есть. Okay, там есть дерево. Но. Ну это сейчас локация идет без как... Без скрытия осталось. А нет, есть еще. Есть. Я просто нашел в двух сундуках. Эта локация идет как... Кстати, тут уже 22 игрока на этой локации. Идет как средняя. А вы хотите, вы не хотите попробовать кого-то тут залутать перед тем, как уходить с локации? Кого залутать? Не знаю, поездить, посмотреть, кто как живет, поскакнул. Да ты же найдешь. По окна кто-то притащил? Да, я притащил. А, ну ты уже пришел? Да. А где ты их положил? А вот я их сейчас положу где-то. Вот. Вот сюда их ложишь. Да, давай. Ну дайте волокна, алё, блин. Вот станок скидываю, бери там. Ага. Нормально. Ну все, тут травы больше нет, тут больше нечего косить. Ну сейчас я воду сделаю, доложим воду и поедем... Я воду уже сделал. А, уже сделал? Короче, да, я уже груз уже сделал. Ладно, давай я сделаю потом, как буду дыр. Надо сейчас воду перезагрузить. Или вывести эту воду. Да, тут воды, кстати, еще багато. Да, блин, надо построить хранилище. Короче, берите один корабль, я другой и поехали. Куда? Ну, дальше. А мы сейчас воду перенесем и все. Воду перенесем. А вы построили? Чуть-чуть там. У нас где-то остались? А, вот остались. Я сейчас сделаю отсек для батареек, чтобы у нас была энергия. Тут воды меньше, блин. А может, нет, типа, он больше не улучшенный, влазит, наверное. Не, он по 90 где-то. Он больше, типа, вмещает себе. Тут две клетки, но он больше вмещает. Все, у нас теперь есть энергия. Ура! Ну, потом будет, когда мы будем ходить. То вы не оттуда воду носите, но с того корабля надо перенести. Так, часом. Там тоже надо оставить чуть-чуть. Понял. А, мы его берем с собой пока? Ну да, пока что я его не веду. Так, сейчас, я так понял, все берем, потом перемещаем. 80 воды там помещается. Да, 80 помещается. Нормально. Нам прям сейчас, я посмотрю на спики. На 8... Возвращение, у нас сейчас 7 готово. Запас воды 140. Груз у нас 4000, у нас сейчас с собой мы 1000. Ну, 1000, короче. Понятно. Что, мы все? Да. Все, погнали. Все собрали. Подожди, подожди, не-не-не, стой. Тут еще тифлуцы осталось. Вы оружие себе взяли? Забирай, забирай, да. Рот. Так же самое, положи внутрь. Тифлуцы, внутрь капля. И, кстати, видишь, в корабле есть снаряжение, туда может снаряжение. Воду, поставь тут воду, оставь чуть-чуть воды тут. То оно 12 осталось. Слезь с корабля. А чего? Как... Смотри, Жак, нажимаешь, садись за руль, нажимаешь безопасный выход. Выйди, и... выйди, слезь с того корабля. И уходишь, типа, и оставляешь я его. Я понял. Так. Он там через 120 секунд уйдет. Так, а прикольно, как... его можно в лобби как спрятать. Безопасный... Ну да. Экстей? Почему мы маленькие не спрятали? А, безопасный выход. Кстати, да, почему мы маленькие не спрятали? Ну да. Ну хотя, блин. Ну да, лучше большие. А сколько? Можно один пока? Каждый может по одному вывести? Или больше одного корабля? По 4, 6 така. О, нормально. Смотри, сейчас его не трогаем, и он через там столько-то секунд сейчас... Всё, бро, и так же самое и мы, если стоим на корабле, выводим его... Улетаем вместе. Не трогай, не зацепи его, не зацепи! Нормально. А как ты знаешь, что... Да. Ну, подожди, дай ему... Там... Да, дай ему там... исчезнуть, и тогда мы поедем. Секунд было. 15 секунд. Все было добро.
Сейчас сам минутку подождать, и он попадет. Две минуты. Ну да, две минуты. Давайте подождем, на всякий случай. Ну, перестрахуем. Угу. Обязательно. Бывает там закат. Сейчас, короче, набираем много волок и много дерева. Прикольно, так я стою сейчас с рычагами. Футь-футь. Строим классные. Так, блин, улучшенные паруса сюда можно поставить. Так, нема, тут выхода. Да, а надо их изучить, по-моему. Я их туда поехал уже. Да, туда надо. Кстати, можно брони ноги поставить, но тут уже надо эту пластину целую. Потом можно его улучшить по характеристикам, поставить тоже крылья какие-то. Тут много крыльев, просто разновидность крыльев. Но тут уже не идет не осколки, а уже таблички. Ой-ой-ой, пишет танцы, сейчас я парню. Что-то еще не улетел. А он точно не залип? Может, да? Дай я посмотрю. Подождать? Не, ну надо же узнать всю технологию. О, вау! Давай, исчез. Че, поехали базу строить? Чтоб сундуки нас не так вкусно нас враги. Все можно дарова добыть спать. Ну давай и там пусть дерево будет на кухне. Ну все тут вот дивиться скільки дарова. Дивіться, як ми під пісню виїжджаємо. Під співи чисто. О, можеш тут остановити там волокна пустити? Прям много. У кого не, чуть еще вперед остановить. У кого серп? У меня серп, у меня серп. Слева по борту. То давайте всі станемо, я пішов дерево нарубаю. А у кого серп поволок? Блін, опять качну дерево. С цього корабля вже опасно спригувати, можна накоцати. Але, кстати, потихоньку складывать дерево качество в другой слід, щоб это. Тут ништяк. О, це дерево теж хороше, типу кажуть. Да, качество. Я забрав. Три фрагмента, два флопса. Це коли 19 уровня. Ну, і а это... кости киркой же вроде, да, лучше? Да. А у меня кирки нету. А мне так, нет, я кости топором. Не, тогда кирка. А топором кости. Чуешь, в тебе вроде бы ж есть кирка, я ж тебе давал одну. Чи это не ты был? Не, кости из двух. У меня серп есть. У меня серп есть. Он топором она тоже рубает. Ну и ладно. Да, у меня топор сломался. Да. Тебе есть кирка? Ой, вибач. Ти мені не давав. Я должна бути кирка. Ну комусь. Ну або тобі, Жені, я давав кірку, я зробив дві. І одну віддав комусь із вас, а другу собі оставив. У мене кірки нету. Ну і в мене є топор. Ну давай, я біжу до тебе. Ми знає мов, короче, для битву. Пом-пом-пом. Жека сюди обезьяна біжить. Давай її наваляю. Ой, я завис. Ой. Валяй, у тебя меньше крутой. А че я не могу достать? А, все. Смотри, с одного тычка, блядь. Ну, короче, пацаны, так, я в отдельный сундук сложил качественного дерева, если что. Угу. Будем уже отдельно складывать, что на будущее. А тебе еще не будет места, но мы его тратить не будем, не понял. Да, да, надо отдельно. Ну, не отдельный сундук, но постараться. Чего вы так это все? Мы дары врубаем, да, кусты добываем. То ресурсов нам надо хватать. Я так понял, все наверху? Угу. Значит, я выведу этот наверх. Зависло. Ну да, это чисто. Сюда, кстати, по-моему, можно брони ноги поставить еще. Ну там надо уже пластину целую. Ой, тут обезьяна еще одна большая, шухер. Ну ты сможешь? Не знаю, сейчас узнаем. Я бежу. С печкой задал. Ты качал урон? Да. Скипер тебе урон вкачанный. Пять.
А у меня 8. Ну вот, ну да, походу, да. Ну, у меня молоток давай. Крутой. А для сколько там надо дерева и волокон для построить базу? 8 на 8 это 16 этого пола. А высота базы какая максимальная? Ну максимально там сколько хочешь, тут ячейки для погрузки базы. 130 блоков. Кубиком, ну, да, я понял. Да. Там достаточно и одного. Давай, короче, чтобы построить все. Одну стену, чтобы построить. Ой. Надо 55 волокон на одну стену. И песок еще надо, но песок я так понял. У меня волокна не влазят в рюкзачину. Давай, мы сейчас застрял. Какой песок бесплатный? Ну, а, песок типа... строительства надо там. Вот тут кругом ты... волокна лежат, земли собирают. А ты какой этот... Или скинуть тебе. На, скин, я тебя скину, забирай. Я еще на... Там есть просто база вот, из скину. Песка, вот, база вот, из дерева. Вот я на них смотрю. Надо сейчас кидать, надо сейчас. Кидай, бери, скидай, вот. Скидай все, я там все. Там 300 штук должно было быть. Не, ну есть еще, но я уже дособираю. А, трест. А ты смотрел, стена из мешков, да, с песком? Да, да. А тебе надо из хрупкой, типа из дерева. Деревянные конструкции надо. Ты же изучал, да? Ты... Я бы тебе, ну, такие изучал. Сейчас я гляну. Ну, если не изучал, возьми очки и изучи из дерева, деревянной конструкции. Да, изучил. Сейчас всё, я гляну. Вот я строил, короче. Ага. Из деревянной конструкции. Да, такие есть. Как хорошо. Все, бежи строй, да, строить, тут хочешь? Да, ну, подходи тут под этим. Ну, 8 на 8, вот где-то где я. Можешь. А во, можешь на равнине, вот тут лучше построить, на равнине. Мы по этим подъедем. Вот я сзади. А во, сзади ходуна построить, сзади, сзади. Все, и строй там сначала пол, 8 на 8. Потом дверь, стенки и потолок. А мы будем помогать. Ой. Нужна за руку. Надо вот туда переместиться чуть-чуть. За руку? Ну сейчас он эту базу начнет. Насколько хватает. Вот тут вот такой процесс постройки. Надо охранять, вдруг кто-то заходит. А пол? Давай. Пол, да. Туда скидывать, да. Волокна. Да. 8 на 8. 8. Ну. Может 4 на 4, да. Не, ну, погодь. Все, без нема ресурс. А, ну то дарова нет. Сейчас я возьму. Дерево и его. Ну смотри, на фай, в принципе. 4 на 4, во. Все, 8 на 8 это много, я сказал. 4 на 4? Думаю, да, 4 на 4. Тут на одной поле помещается, по-моему, 2 сундука. У нас есть 4 гарпуна. Так, хорошо. Что отлично. Так, 4 на 4. Да, 4 на 4. Ну, парни. Не хватает прям? Ну, я не знаю, там тика у нас дорогая есть. Чи дай надо, чи в станку брать. Бери, а в станку там... Канаты кто-нибудь даст? Или их надо крафтить? У меня есть, есть? Канаты. Дай мне канатов. Я в сундук в этот выбросил. Ага. Даже что я открыл. Ага, я 6-10 штук возьму. И попробую... Сколько там дерева было в этом? Ага. Я нашел 80 еще нашел, сейчас попробуем. Ну это мало 80, надо хоть... Сейчас строй. Там где деревья, блин. Стали тогда далеко. Давай поставишь. Ну да, чуваки... надо было, конечно, надо сначала пол достроить. Достроить пол. 4 на 4 пол. По 4 в длину и 4 в длину. Хорошо. Стены надо сначала пол, потом... Так, я лишние волокна в сундук скинул. А, все. Волокон пока что хватает.
Да их вообще дофига. Ты своей задачей справился на отлично. Я тут такое дело, я еще. Чуваки, я еще всем броню. Чуваки, я сделал 3 комплекта брони и положил в сундук. Броню оденьте. Сейчас, да, сейчас собираем базу и едем дерево копать. Я все. Да, бронежилет я буду забирать, короче. Вот вот этот крайний сундук. И оружие уже сделал еще одно. А, да, и оружие. Что там надо? Да, есть. Сейчас сделаю. А есть тесанное дерево? А, есть же, дерево уже производится. Все, молотки будут. Все, парни, выходим, добываем, да. Да, дерево. На походу дерево надо. Дерево. Кого есть топор? У меня. 2? Чи один? 1. Да я, ну, я вообще, я ношу камень и дерево всегда с собой, и все. По чуть-чуть. Давай, я буду контролировать ситуацию. Так сказать. Алмаз. Ну пока что спокойно. У меня были ситуации, где на маленькой машинке, блин, и... Предметы одинакового вида один слот занимают. То есть, если они не покоцанные, то в один слот все сложится. Да. Ну пока что у нас все отлично. И предметы можно чинить, перетаскиваем, не ем. Если 2 покоцанных, можно типа вторым покоцанным починить. Прикольно. И так же самое броня и все остальное так чинится. Ну что, тут дальше строим, что да? Да не, еще дерево там будет. У кого сколько? Леса по-моему. Надо 130. Так, надо еще. И у кого дерево еще сколько? У меня сотня есть. Так, сотня. Это 230. Жак, у тебя сколько? Надо 130. Ну, 200, да, у тебя 130, поэтому у этого стоит 230. А хотя бы 500. Короче, ты можешь не спрашивать, смотри, если у нас есть, допустим, пацаны, надо дерево. Вот мы, я побежал, пока у меня инвентаре место есть, я собираю дерево. Пришел, скинул и вопрос закрыл. Давайте так делаем. Два сепаратора. Ой-ой-ой, собака. Слева собака. Сейчас будет атаковать. Вижу. Поехали. Бабач. Вас понял. Пацаны. Ага. Я вовремя. Ну да, на таком, конечно, ходу не она у нас уже не достанет. А у нас есть. А у нас нет пока молока, молотка, чтобы чинить. Есть молотки. А у нас пока она у нас другого постараться что-то ломать. Может убить ее попробуем? Или бессмысленно за нее? Да ну, пока рано. О, кстати, а где ты броник? Это не корабль, так я кажется. Я сделал броники всем. Вот тут в сундуке, вот. Меха руку? Ага. Опасная отстава. Ты мимо проехал цели. Вот, давай, давайте тут надо лазарку. Руку надо. А серп у кого? У меня сломался, но я в новый сейчас сделать могу. У меня есть серп. Иди воюй, блин, ты. А, я понял, иду. О, обезьян много. Это мне нравится. Думаю дохать обезьян. Ой, извиняюсь. А тут еще какой-то большой человек. Чувак, это просто обезьяна крутая. Ой, ё. Давай. Чувак. Одним ударом 31 лазарупу сразу выпало. Серпом. Ничего так. Да. У меня, кстати, 7 осколков выпало с одного руку. Тут больше никого нет? Никого. Там, кстати, в больших лагерях, ну, если еще больше лагерь, там по центру стоят такие колонны.
убиваешь, когда всех лутаешь типа колонну. Ну, это маленький лагерь, есть большие лагеря такие. Угу. Мы когда приедем, скажем, типа, если будем ее приезжать, то поговорим. Так. Так, у нас уже 6 стрел. Прям пираты Крымского моря. Конунг Олаф моржовый хер собирался в поход. Молитву какую-то читаешь. Все, еду, не бойся. Давайте дерево добудем, базу достроим и едем изучать этот прекраснейший мир. Смотри, сколько много дерева, ну-ка давайте стоят, Давайте я поспеваю. Надо еще дальше на 7, например. Чуть не спеваю. Может надо... Там 7, 9, 4, 6. На разных тонах вроде разные сильные клавиши. Работает. На А, на тоне А, что нам нажать? Тут ничего не спевает. Спевает? Ничего не спевает. Бывает. А ты на каком тоне? На А, на Б, на А? Ну, Д. На Д? О, там лагерь впереди, ребят. Или руины, или лагерь. Какие-то вот эти торчат. Прямо по курсу. У меня вообще на цифрке нет. А это, ну, на нумпаде, да, нажать на цифрке, наверное? Ну, да. Почему ты не делаешь? Тут какое-то опять дерево, блин, крутое падает. Давай. Если одно качество вообще будет нормально. Нам пока что надо одно качество, хоть создавать вот этот полярный станок с первого качества. Ну, короче, надо заморочиться так. Я помню, смотрел на стрим. Чуваки делали там типа корабль, называли его фарм-машина. Они едут, ломают деревья, и это все сразу, ну, падает. И уровень там охренительно как им засчитывало, блин. Ну там, по-моему, она не собирает качество. Ну зато оно фармило там капец. И уровни им сыпались из-за этого. Очень это, круто. Это там сами... Кстати, я сундучок оно вижу. Где? Прямо по курсу, блин. Ну да. Ну а я тоже там в пустыне видел, что там. Разве красный там? Че не? Да нет, там такие как раз походы, как мы можем забрать. Кто там за руль? Кто там за руль? Вот тут обезьяна в вашу сторону побежала. Так, все на. Не все. Не все, я по дороге. О, уже 91 дерево всего. Кстати, я иду. Вот снаряжение, видите, тут есть типа хранилище для снаряжения. Я его тоже улучшу. Туда потом броник и оружие скидывается, и когда ты резаешься автоматом. Можно брать. Ты куда-то уехал туда, назад давай. Направо. Прямо назад, да, прямо. Прямо назад давай. Ну сундук прямо сзади. Вижу. Стой. Я отсюда попаду спокойно. Стой. Поехали. Ну, разворачивайся. Ну да. Кто-то мешок. Да, мешок. Давай, Макс, выберем. Ну выпрыгните кто-то, все равно что надо выпрыгнуть кому-то. Я понял. Поехал, Петя. Я этот путь.
Ты иди левее, левее, левее! Левее! Так, все. С одного раза, да? Да. Нормально. Давай, цепляйся. Блин, что-то он просто долго так тормозит. Просто брейды еще поделать. Да, там можно еще, кстати, я могу за 20 осколков еще типа улучшить его. Типа изучить, чтобы его можно было улучшить. Че, пешком побежишь? Подвижность. А мы уже едем, 24, да? 24 деревянных опоры, 56 дерева и пальмы листья. Короче, деревянные опоры 24. Ну все, 42 есть. О, я дерево принес, кстати. Много? Подожди, я себе сделаю эту штуку, закидываю. Все, пацаны, давайте базу поделаем. Дерево. Спускайтесь на... Тут можно? Где-то там... Так, я еще оружие сделаю. Кому надо еще молотки? Надо канат, надо канат. На, я еще один сделал. Кладу. Пацаны, я базу... Макс, можешь там взять дерево? Положил в сундук. Да, Джека, я уже спионерил. Вот тут, вот я смотрю на сундук, в котором есть... Палки. А я спионерил уже! А, все. Кому-то еще надо? Что именно? Не-не. Ладно, молот, ну, палка двуручная большая, мощная. Я сейчас вот это... А, пацаны, у кого есть молот? Ой, этот, не молот, а топор. Можете добыть? Что? Животное. Шкуру. А, как у нас? Где? Сквит. Во, сквитня. А он тут бегает и... где-то? А вот, я стою, я его забил. Его. Мне а, просто пора нет. Так, а где ты? Ага, бегу. Давай, там два, я пошел следить за прогрессом строительства банка. А её кто-то строит? Ну да, Максим строит. Ага. Аж целых два дали кусочка. Смотри, ой, пока ребята, еще... тут сундуки, что? Ребята, тут сундуки крутые, два, прям два сундука у нас есть еще. А, все, опять волокон немаю. А у вас там забрал? Там все, сундук, там нет. Волокон миллион, посмотри стена, внимательно по другим. Слухайте, одна стена 155 волокон. Смотри, тут еще 200 с чем-то есть. Ну все одно тебя не хватит, чтоб еще крепко. В верстаке, смотри, есть в этом. В этом есть. В капском. Доставай, неси сюда. Там плюс 400. Еще дерева тут много вообще. Бери, неси сюда. Сейчас будем строить. У меня опять кончилось. Что, мая? В этот раз дерево кончилось. Неси дерево. Ты, блин, не. Не 4 на 2, а 4 на 4. На. Понял? Ты строишь, я понял, давай. Давай. Вот эту стенку надо снести. Надо дерево. Там давай, тоже. Сейчас побег. А, побег, эту стенку надо две стенки. Я не помню, как это можно, по-моему, через вот эту кнопку. Не, через вот эту кнопку. Да, я две стенки уже снес. Угу. Так, вот тебе подбери дерево с волокнами. Тут я еще волокна. Ширину еще две. Да. Все, и в длину, да. Немає дерева. А бери еще тут. Угу. Ну там еще есть верстаку. Я забрал. Ты в ткацком забирал? Mm? А в ткацком станку еще есть. Да, я забрал. И в этом забрал? Да, да. Ё-моё, а скільки там на один? Ну, один кусок, я ж кажу, стоя. 45 волокна и 28 дерева. А, так, короче, типа волокна есть, а дерева нет. Волокна есть еще, да, но небагато. 200-300 штук. Я погружаю базу. Дерева немає вообще. Погружаю базу, она просто долго грузится, надо это. Чем меньше базы, тем быстрее она будет грузиться. Можно сделать просто платформу с этими верстаками и все. Ну можно, но просто она не вещена, если там надо будет что-то. Ну, в принципе, мало платформы. Может, это уже сундуки притягивать, кстати. Ну, в базе хранится, я так понимаю, только то, что мы не используем постоянно, правильно? Короче, сундуки на корабле... Мы не будем каждый раз разбирать. Да, да, да. Мы будем разбирать корабли. Ну, там нет, то, что... смотри,
временно на корабле, лежит. На корабле максимум... Жак, ты тут выкинул эту. На кораблях возят лут, типа? На корабле лучше один стук, потому что мы будем, типа, знаешь, все на нас хотят будет... Ну, типа, а не видишь, что у нас много сундуков? И они на нас нападают. Нападают. Да нет, просто а как они сундук увидят, что у нас много сундуков? Им же надо забраться. Корабле, мы их будем бить. Или они так приедут, посмотрят, а, нищеброды. Да нет, давайте драться, что-то. Не, ну про это я... нет. Ну смотри, ну если клан нападет на нас, там будет жопа. Я этих пут с палками выкидаю. Мы первыми нападем на какой-то клан. Залутаем. Чего выкидаешь? Ну куртка и палка. Хай будут. Они нужны. Ну допустим, тебя убили, ты резаешься и вообще голый бежишь. Лучше взять хоть что-нибудь. Лучше добирать. Да, пацаны, дерево? Да. Не, подожди, это руковое дерево. Пару деревьев. Блок тоже ставай, это парни. Короче, есть да, его... у меня уже инвентарь закончился, просто мне осталось только под дерево чуть-чуть. А, вот, вот, у меня волока много, а дерево... Короче. Ага. Надо шкуру 24 штуки. 20 штук, у меня 4 есть. Все, инвентарь полон. Тут еще 8. А там где-то было. 12. Так, у нас уже 37 фрагментов, неплохо. Так, куда скидывать ткань и дерево? Сундук любой. Сундук там скидает. Сундук свободный. Так, самый короче, свободный. Самый свободный. Волок накидаю туда. Там вот сейчас можно принести... 500... О, там еще друг. И 100 дерева. Много дерева? 500 волокон и 100 дерева. Ну я просто волокна в тот момент собирал. Иду. Ну, в принципе, нахват, давай, бери эти все ресурсы, я сейчас базу расставляю. Все хвата достроить. Да, не, нам пол, а там один кусочек пола, и сейчас я поставлю, блин. Не везде там базу. Во! Сейчас. Где? Сейчас. Сейчас. Блин, давай, так. Во! Поставим. Сейчас, подождем, пока она развернется. Кстати, Жак, ты уже можешь сундуки перемещать на базу. Где? Вот тут. Можешь подъехать к этим, с ходоком сюда. Ой. Что случилось? Еще за? Сейчас, сейчас, стой. Да, все, стой. Сейчас, я его размещу. Во, все, ждем. Ждем. Ну просто надо просто сделаю или два переместить, а чтоб ну было. Два переместить, два оставить. Ну два это не так уже нам много, это беспалево. А четыре это уже подозрительно. Таких можно расставить беспалево так. А не, ничего. Их легко ломать. Это еще начальные смехи. Я, кстати, не забудь поставить. Это типа самые сундуки, если нас убьют, их легко сломать. А вот базу они не доберутся. Долго будет убираться. База тоже огненными стрелами ломается же бегом. Но внутри ходока вот у нас. Все, поехал дальше. Все, нет. Погнали, бегом. Сейчас, Жак еще эту один слог перенесет. Просто нам надо помнить, много ресурсов это качество. Туда надо много ресурсов качества. Прям. Много, очень много сундуков, не очень тут много. Дерево лежит. Да за качественного, но оно потом, типа. А оно не пропадет, потом. Если просто разложено тут? Не, а мы еще соберем, смотри. Ждем. Раньше оно за секунды вылаживалось. А сейчас, типа, можно улучшить? Ну да, типа... это специально сделали, чтобы ты не... Допустим, кто-то тебя рейдит, чтобы они ты не успевал ее... Быстренько заныкать, блин. Угу. Ну тут можно улучшение, понял, поставить на ходу. Так, куда сундуки исчезли? А нельзя где-то растыкать еще? Да ну, нет, сюда не тупо не... Я не могу загрузить сюда все, что было. А, блин, Жак, надо было... У нас еще есть... Хватает ресурсов для сундуков еще? Посмотри. 25 дерева, 5 камня, 10 волокон.
есть 25 дерева. Блин, там и со шмотками нету. Нужен сундук со шмотками и мало сундуков, короче. Я можу, короче, построить якийсь здоровый сундук. Тут він стоит 130 дерева, 150 волокон и 25 камней. Кстати, Жак, ты изучил? Да, это надо изучить. Я застрял. Ну, у меня есть изучено, это такой сундук. А, изучай. Ой. Надо поставить. А поставить надо ресурсы, надо дерево, камень и волокна. Есть, вот тут, короче, в сундуках где-то. Камень, дерево есть, точно. А волокна у меня есть тоже, да. Тут волокна дофига. Сейчас сундуки, короче, сейчас надо дверь поставить. Давайте куда-то ехать, пока это, или там ковырять что-то, пока кто-то строит. Я добавлю дерево. Вот в этом сундуке 38. Ну все, уже в большой семье. Да. Надо дерево. А тут его нет уже. Давайте сундуки откроем и поедем дальше. Там он по курсу два сундука, как мне кажется. Давайте переложим вот эти. Вот эти? Ну ладно, давай. Я на базе. Ой, я случайно. Ой. Ой. Я поставлю. Ну-ка, можешь такие? Я случайно. Вот. Давай, короче, листки, волокна тут оставим, грибы нам пока что не нужны. Вот это заберем, уголь заберем и пепел заберем, они такие важные, сейчас играют роль. Ну, в будущем это будет потом стартовка. Кто может построить еще? А, у нас дерево не хватает. А дерево есть там, я тут не вижу. Не, дерево надо рубать. Да, я приложу к ресурсу. Потом надо их потом распорачивать. А, ну сейчас пока что так. О. Все. Так, я перемещил, освободил там пару. Че, я сворачиваю базу, да? Кому-то еще надо? Да, нам надо добывать ресурс. Все, сворачиваем. Так, нам сейчас волокна уже не особо нужны, наверное, да? У нас хватает волокна? Не, надо нам волокна, дерево и камень. А, пацаны, дерево в татском станке было, 200 с чем-то штук. Нету там вообще не было. 227. У вас два татских станка. Я понял. В цех станках. Да, посмотри. Что, строить сундук оцей крутой який? Да, сейчас опять базу разводим. Да ё-моё, я уже устал. Да не, я поставлю, не надо их ставить потом. Всё, давай, веди их туда. Потом я... Где там эти сундуки? А, вот, слева. Справа почти. А, справа. То есть перепутал сторону. Там их два. Ладно. Вы решили уехать? Ну, ну далеко. Все нормально, парни, я так добил. Стой. Давай, нет. Я ж так... Давай, вот, учебник. Я так не попаду, мне надо видеть сундук. Надо... Через щель не попадаешь? Не-не-не, ну попадет, ну опасно. Давай в цей, значит, сначала. Значит, езжай чуть дальше, стой. Стой. Все, стой, хватит. Сейчас, подожди. Стой, не двигайся, блин, да, не попаду, блин. Есть. Давай, налево. Вниз не упади, блядь! Пацаны! Да нормально. Поехал за вами, кстати. Сейчас поедем. Куда поедем мы? Мы уже никуда не поедем. Вперед давай вперед. Ох, давай. Как смешно вы понимаете. Он застрял, блин. Он падает, сундук летит за вами. Да. Но он не отцепился. Да, я знаю. Не отцепился. О, он полетел. Бах. Не, не разбавился. Трохи покосился. Подожди, дайте запрыгну. Дерево, я сниму. Все запрыгнули, пацаны? Я еще не запрыгнул. Давайте все на корабль. Ага. Все. Давай туда развертайся. Идем сундук рубать.
Да, да, и там еще один забрать надо. Кстати, так тоже может доломаться. Да, так тоже. Сейчас почти доломается. Угу. Все, я вышел. А вы все три маленьких сундука, это чьи, не ваши, хлопцы? Где? Ну все, где? Эти сундуки. Ну все посеред поля. Блин, я не могу дать метку, я все и кость. Это нет, это чужие. Так ломаем ты что, сундуки халявные. Чувак, я бегу, давай, вдвоем. А, да мы их не заберем. Да мы есть, можно не заберем. Не, если там что-то лежит, то можно заберем. Так он ломается, только ты топориком, наверное, ломает не оружие. А, доломался? Типа, хотя, пофиг. Не, не доломался, чуть-чуть осталось. Айо, сейчас, я его, это... Все, 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 стой, 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 стой. Айо, ты поел, да. Все, Жак, пошли следующий. О, сильный бей. Ага. Чувак, 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 обернись. Чувак, шухер. Обернись. Обезьянка. Работаем. Хорош. Поехали. Так, я не могу все забрать. Блин. А что там? Мало? Шкура, шкура рупу осталась. О, клёво. Не, шкуру рупа это надо обязательно. Блин, да я не так хотел рыть, как надо. Давай, давай. Давай. Я шесть побитый. А, моя выносливость кончилась. Ты что, ты забрал? Что-то было в сундуке? Я не разбил, бачишь? Уже сейчас разбили. А, уже разблокировали. Видишь, прям назад сдавай, не, назад. Все, стой, 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 стой. Стою. Давай, чё, вправо, чё, влево. Не задом же, разворачивайся. Разу, нет, тут, тут, понимаешь, разворачиваться надо очень... Прям, прям. Тут ход разворота... Правее, правее, намного правее, бери. Тут разворот, разворота вообще не удобно. Стою, он ещё не тормозит сразу, он едет. Давай, прямо, прямо и направо. Всё, понял. Направо, 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 направо. Блин, отцепился. Ой, пора. Да, угол разворот, конечно, пора. Давай сразу, ну стой, 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 стой. Прямо едь, едь прямо. А секунду, он еще не едет, я его поехал. Да, мы его зацепим. Правее, 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 правее. Стоп, прямо едь, прямо. Стой, левей. Блин, да я понял, сейчас исправлю. Ну так, прямо едь и все. Сейчас, осмотрите. Чего? Во. Так. Давай, вот, давай, давай, давай. Поломался, поломался. Да? А, ну тут ничего нет. Ну ладно. Чё, пацаны, за вами ехать? А, да, да, тут забирайте. Чё там так, много всего? Сундуки поломали, ничего не было. Сундука. Фрагментов и 4. А тут, стука, тут станок какой-то стоит еще. Да станок мы не заберем, я уже поехал. А что это такое? Да, а что это за станок? Это интересно. Землекопа, его можно как-то? Ой, ой. А, нормально все же, живы. Землекоп? Станок, что с ним сделать? А его нельзя собрать, его можно поломать? Давай. А его поломать. Можно он и оф сделать. Он можно капать. Использовать, блин, работы. Ну, а сейчас станок. Он. Он работает, сейчас выключенный. Пацаны, сейчас. Кстати, Петька, можно город воз добывать станок землекоп, да. И там, где чернозем есть. А. И очищенную воду, типа, туда кидаешь. Ну, да. И воск. А он сейчас песок добывает, пацаны, забить. Мы его не заберем вообще никак. Ладно. Ну чё, дерева много? Базу... Ладно, базу нормально. Блин, у меня одни волокна, я опять кругом волокна пораскладываю. Давай. А где там сундук обещали большой? Сейчас сделаю. Стой, стой, стой! Остановись. Это ж сундук, точно? Жек, сади за этим. Что, там есть уже?
Да, вот я припокрывался его. Дальше что нельзя строить на ходу? Нельзя. Все, строй, я стою. Вот теперь мы... Нельзя строить на ходу, не. На ходу не нельзя строить сейчас. А мы стоим. На ходу не. Да мы уже... А, на ходу не. Да, на ходу не нельзя строить. А, знаешь, добываем еще дерево, потом я базу разверну. Погоди, а мы сундук будем вот тот добывать? Ну сейчас Жека очнется. Старайте, дивитесь, сколько дары. Давайте трошки вниз спустимся. Да, да не, пошли с тобой добывать, пока, собственно, пока народ... Ну что вы, на что случилось? Ну, стреляй баллиста и начинай ломать сундук, а... Все. Кто-то лутает, а я пошел соберу. Я люблю бегать в интересных местах. Интересно. Тут, кстати, еще локации есть. Крабиком вот так что вы видели. Он, а его типа, можно убить? Его можно. Зачем убить, он там? Но... Куда ты едешь? Ну, с него что-то полезное выпадает. Или как с ним? Зачем он вообще? Есть, поломал. Ну я не помню, но его очень сложно убить. Он может постройки ваши ходуны прям поломать прям хорошо. Его типа боятся, наверное. А как его убить, можно, наверное, но сложно. Стой, дай. Он... Бегает. Тут дофига дерева. Ходите, если что. Все. Дальше. Сейчас тебе базу достроим и кстати, в магазине можно продавать типа там дерево, камень. У нас уже 95 осколков. О, хорошо. Ну чё, едем? Всё, запрыгнул? Ну, направо там тоже есть. Направо, проверь. Где? Прямо. Ты типа вот это выйти? Да, там. Ломать можно. Все, энергию. Да, ну, конечно. А что хотите делать? Да, он, да я деревья рубаю. Мы сейчас к ним спустимся. Смотри, не хватает кого-то. А ладно, все, ну ладно. Так сказать. Все, давайте. Работаем. Еще туда. А ё-моё, блин, ты посмотри. А чё вы там тихо? Полетели на второго. Они сельку Комарова. Упал? Упал. Ну там вархнутый, я не знаю. Маловато, 4. Ну на самом вархнутый сок вешать 25. А ты там можешь спала прям хорошо. Ну, ты прокачаешь. У меня просто прокачано, тут на 8. А 8, 7, 8. Это типа стамина? Да, типа вот так, что ты бежишь, ползешь. Кстати, у нас вода есть? Да, у нас там может быть. Все, есть. Какой-то лесозаготовочный модуль нашел. У вас, наверное, я не знаю, а вот там описания нету? А на английском все остальное. А, ну это в переводчик и... Ну положи его. Я могу перевести. Весу заготовочный модуль. А, это модуль можно поставить в этот корабль, сейчас поставлю. Ты нажми его нашел? Да, нашел, выпал, блин. Вот, да, ладно. Во, поставил? Я поставил. Пошли, а теперь оно ломать деревья, едь на деревья прямо. А не, еду. Ой, ну, сейчас. 7 опыта отправим. Да, дерево где-то появилось? 2, 5. Ю, едьте ко мне, тут деревья в куче. Сейчас, 6, у тоже 6 деревьев у вас? Не, нам надо видоравочек это бить. А-а-а. Ну, так, рулем, да?
Да, наверное. Опыт нам сыпется. Мне тоже опыт, он дерево не дали. Он, наверное, шансом. Че, серьезно, шансом? Она в сундуке, по-моему. Она ведь тебе в инвентарь, наверное. Нет, мне в инвентарь нету. Нету? В том сундуке, наверное. А я выплачу. О, 23 дали, 40. Сколько дерева уже собирают? Та 6, я не знаю. Ма, не ма. Сундуки половины есть? У меня просто корабль. Пацаны, мне надо скинуть. Где вы, далеко? Заберите меня. Капец, блядь, уже я идти не могу, по чуваки. Да, сейчас заберем. Скиньте дерево в корабле. 57. 57? 67. А, 60 уже кончено сейчас. Ой, ёй, тут тихо. Чё он так разует? Сейчас заберем. Копашную, ну, туда было. Куда попрофитнешь. Чуваки! А, едем. Слышь, как я быстро бегу. Давай. А я не могу, я перегруженный, подожди. Все, прям дерево собрали. Да. Блин. Конечно, топором рубать. Ну да, выгоднее. Ну чисто можно с палетку проехать там один раз. Выгоднее топором? Конечно, чувак. Блин, у нас зарубал там 50 даров, там было только 100 даров. Блин, ну ладно. А, вот ты. Куда скидывать дерево? Я. Все, ящик справа. Там лежаку заберем. Поломался. Давай. Чё, нам хватит застроить базу? Так, а где там, что вы там говорили, да, про дополнительные базу, сундуки? Думаю, хватит. Да, надо прокачивать просто. А бы много модулей цеплять? Он один только ставится. Не, ну там типа можно этих одних много поставить. Че один, просто один на. Так, кто там шкуру показал, у него много? У меня есть. Не, я уже не помню. У меня уже нет. О, я сундук увидел. Сундучок. О, сундучок. Паркуримся. Ой, а там еще какие-то развалины. Мне только посмотреть. Да, там лагерь. Я пошел наваливать обезьян. Ой, подождите, а я поставил респаун точку. Сейчас проверю. Выгрузить базу, все, видимо, поставился. Я пошел кошмарить как макак. Ты что ты делаешь, не то, что надо. Блин, я даже не знаю, сейчас. Налево давай. Сложненько. Тут опять король мак обезьян бегает. Так, кто-то есть свободен с палкой? Я бежу. О, тут тут столярный станок стоит еще один. Я его сейчас попробую расковырять. Ставим пустые скорее. Куда? Куда? Да, меня это останавливало, а вдруг не стоит. Я постараюсь. Стоит? Куда, кажем, опять выпал. Стой! Я сам выпал. Давай, прикинь. О, он сам. Да. Убил назад ехать, в сундук уже на другой стороне. А что там? Во. А что это? О, тут 80... Чувак, тут... А, тут 85 в очереди. Жек, у нас проблемы. Чё? Я не могу зарвусь. Макс, ты где? Что с этим делать? Давай. Как его пихать? Сейчас, погоди. Давай так, чтобы мы все вместе не выбежали. Давай сейчас их выманивать. О, нормально, все, вот этого достаточно. По одной.
Серьезно? Поехали, блин. Ну это... Что такое? Подожди, дай им выбежать сюда. Шо, тут у нас водитель приехал, так что капец. Ну че вы здесь? За руль сесть нельзя, блин, и... Он типа не перевернулся до конца. Так переворачивайте. А как? Нету менюшки перевернуть, он стал как-то... Надо, понял, надо еще один отвечать. Ходунг. Чтоб его перевернуть. Да. Пацаны, кто за ходугон, за ходу, ходуном поедет? Погоди. Да, я если за ходуном. Скину. А, чтобы подтянул, вытянуть? Да, шмок, вот типа залезть, вы на одном расстоянии типа, положения. Так, тут Макс, где-то король обезьян. А он с обезьянами деремся, типа, просто. О, стоп, а, тут лоза, надо скосить лозу с ходом. Ну, пацаны тут. У тебя серп есть, Макс? Ну я сейчас это... Серп есть? И... Там лозу собирай с серпом. Серпа нема. Ну ты не собирай лозу в цех... Короче, в цех... Типа пацаны, домиках. Пацаны, как вам парковка от меня? Нормально? Зайдет? Зашибись, мастер парковки. Так, тут большая макака, Макс. Самое интересное, что он начинал переворачиваться. Да, сейчас. Ты остановился. Да, а потом в обратную сторону пошел, а тут гора такая. Здравствуйте. Давим. Вот прямо под деревом стоит, смотри. Может он... Да я его атакую. Давай, хоть. Да что ж ты творишь? Хорош. Так, да я серпом попробую собрать, вперед я жду. Только я мог так умудрить. Что тут на выходе? О, 42 лазарубу. Да. Ну, знаешь, что? Того. Мы не туда, не сюда, так сказать. За руль не можешь сесть, нельзя перевернуть, потому что он типа не перевернутый. За руль нельзя сесть. Так, конечно. Женя выйдет в меню, везет второй ходун и его перевернул. Ну все, я прокидываю ходун, сейчас с собой одобрен, не переживает. А, получилось? Конечно, блин, вы что гоните, чтобы у меня что-то не получилось. Ой, так лучше. Теперь его хотя прокинуть можно. Да и так. Ну давай с тобой, сейчас, погодь, за руль можно? Ой, ёпка, да, ёпка, ёпка. Давай тогда я поведу. Там сундук сзади, там сундук сзади зацеплен. Надо или назад сдавать, или... Что там? Все, мы уже опять приехали. Ну это ж хрень не ломает. Да выезжайте оттуда как-то. Во, сквозь лагерь едь? Сквозь лагерь, типа. Вот так, чтоб ск... О, нормусик. Есть, 23 фрагмента на месте. Хорошо, давай, подбегай. Во, я экстремально выйду. У меня еще лозы где-то 70 лозы. А все, а мне пацаны этот выгружать базу. Вот я так вижу, дерево нормально. Строить. Ну да, можем. Мы все тут то попробовать. Давай. Так. Погрузить башу. Какой-то сундук стоит. Во. Блин. А это, по-моему, те, что они сломали, да? Да. Нет, тут один заблокирован. А, да? Давай отблокируем. Кстати, это знаете что? Это моет метки, типа, ставят. Кстати, вот такие сундучки, там, где растут уникальные деревья. Есть такое тоже. Да, ты метки, типа, ставишь, и потом ты на карте видишь свои эти предметы. О, да я как-то такие метки поставить, видишь? Ну, типа... ты ставишь какой-то станок дешевый или сундук какой-то дешевый. Сейчас, давай я... ставить, не. Сейчас, погодь, не там дверь ставь. Тут два дня осталось этому оазису. Там стенки ставь, а я сейчас тебе покажу. Я двери поставил. А уже поставил? Все. Все, потолок давай. Хорошие двери, прям. Самые лучшие двери, что я видел. Ну, сейчас. Блин. Тут проблема. А как костяной клей делается? Сейчас возьми Дэш. Изучить его надо. Во-во-во. Я понял.
Тут все изучается. Сейчас, я сделаю... Вообще, ну, я не знаю, тут надо всем все поизучать, блин, потому что, блин, да, когда кого-то нету, ты потом что будешь делать, блин? Ну, просто будем все равно ездить, добывать эти очки, они тут нормально добывают. У меня сейчас серп поломался, и чего? А все. Жди, пока исправят. Так. Мне надо дерево. Есть. Волокна. 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 Так, я заберу качественные волокна и поставлю их на базе. Качественные предметы можешь сразу на базу ложить, чтобы они много не замахали. Вещи. Вообще надо половину вещей того из базы переложить. Вы поняли куда. Да? Ой, из этого переложить на базу. Во. Все, иду делать одну штуку прикольную, чтобы помогала нам залазить на базу. Я вижу, ты тоже страдаешь. Чем же, что и я. Ну сейчас. Ой, я залез, нормально. А как сделать вот этот летательный модуль? Сложно? Сложно летать. Не, летать вообще сложно. А что за такое? Как его сделать? Тут можно летать? Да. Хочу. Можно крылья сделать. Ну, не на корабль, а такие индивидуальные, сугубо. Нема волокон, чтобы достроить. Надо волокон. Там еще есть в сундуках. А как он называется? У меня 300 волокон есть. Ходун, ходун захватчик, чи как? Я в цьому взял в станку, короче. Что за летательный аппарат? Мария, крылья, джеб. Понятно. Можно понимать, ходун прокачать, короче. Короче, а что я не могу тут поставить его? Почему? Так, погодь. Одну стенку, один потолок не строй. Сейчас залезу. Теперь строить, чи не? А я не могу строить. Я его... Не, все, дострою. Я о-о... Вот. Еще 50 лозы надо. Ну, короче, у нас будет дырка в потолке. Нормально, все, можно сделать. Чувак. Надо еще 50 потолки. Я и заделаю. 50 дерева? 50 лозы. Как оно криво работает? Ну блин, просто ты ее неудачно поставил. Ты еще раз удачно сложишь, и это нормальный заход. А я внутрь не могу поставить, в чем проблема. Ну типа... Я могу построить ступеньки, понял? Я могу построить ступеньки. О, давайте ступеньки. Вот типа... Ну, лоза, лоза надо, парни, дайте 100 лозы. А, Валька, внутри, посмотри, там много, там 70 лозы. Внутри... А то не цю лозу, ой, не лозу, а надо волокна, вибачаюсь, хлопцы. Там сейчас? Волокна у меня полно. Да, а, давай, смотри, это. Вот, нет, вот, нет. Ну. На, 48, хватит? Ладно, станки я возьму. Станки, ладно. Ой, а сейчас вот какие-то опять сундуки. Надо еще? Там один сундук. Но у меня есть качественно. А, иди со мной. Максим, я. Да. Блин, а, сейчас, надо залезть. Идеально залетел. Смотри, в этот сундук там, вот, смотри, сколько тут есть. Ты залез на базу? Ты тут? Процесс. Я понял. Чуваки, ну, когда у них большой клан... Тебе 100 хватит? Кот на базу закрывали, оставили типа такой прибанник, там где сундуки, которые... Те, кто фармят, блин. Ну, нам это пока пофигу. Нам, ну, ставить вообще базу, это очень рискованно. Так, как вы сюда забираетесь, Алёмин? Сейчас я построю, сейчас. Сейчас, смотри, сейчас как покажу. Сначала вот, вот так делаешь, так прыгаешь. Сейчас, секунду. Так прыгаешь, оп. Сейчас, секунду. Раз, оп. Сейчас залечу. Сейчас, оп. Сейчас. Да сейчас построить. Ну, получалось. Кому там шкуры скрытней нужны были? Дай кидать. Почти. Дай мне.
Я там сейчас этот улучшу кораблик. 11 штук. Сколько тебе надо? А, ты прям так? То там 20 с чем-то их надо. Так, сейчас кину куда-то на флешке. Все. Ты на базе? Дверь закрывай. Открывай дверь, чтоб никто не зашел. Все, парни, база готова. Все, сюда можно до овер много сундуков поставить на вкус и цвет. Можно поставить не только сундуки и эти верстаки там. А куда вы броники поношенные скинули? А вон там на базе в ящике. На базе в ящике. Ага, понял. А ты можешь еще построить, або не хватает ресурсов? Все, все ты построишься. В этот верстак, ой, сундук получше. Сейчас глянь. Вообще надо, понял, базу. Камни. Сейчас я буду камни возьму. Базу сундуками заполнить получше. Там место много. Сейчас. Чем вот этих маленьких. Ну все, база построена, можно ходить, кататься по локациям и балдеть. Точно сундук? Сейчас. В смысле, тут есть... базу мы же соберем, типа она будет как корабль? Да. У меня есть раздел, называется контейнеры. И тут написано база, мейнтайн, чист. Это сундук? Не, это не то, это для базы. Ты... Короче, давай вот сейчас... Смотри. Там есть сундук, ты его изучил, Smile Chest называется, а потом дальше идет средний сундук за 15, изучи его. Нашел? Сейчас. Там где этот Smile Chest, и там средний сундук сразу, типа по... Это изготовление, что да, вот там? Ты его, типа, улучшил? Ой, не улучшил, а этот... Изучил? Оно в этом строительство. О, чуваки! Чуваки! 9 только. Что? Я наизучал, чувак. Из сумки собирателя. Да. Я сделал пару сумок, оставил в сундуке на корабле. Типа плюс 5 слотов на травку и всякое барахло. Ну там только травка выше. Так, в каком сундуке? О, сундук себе. О, я, конечно, не пользуюсь, но надо. Понял. Так, надо воду мне. Ух ты, а слушайте, если снимаешь бурдюк, то типа пропадает вся вода. Она типа... Она под тобой выпадает. А, я понял. Как её взять? Ну, бурдюк должен быть. Блин. Select spawn. Spawn point. Я почему-то не spawn point тут. А у нас. Я пошел за ней. А, блин. Жак, у тебя есть топор? Забери ее. Жак, у тебя есть топор? О, да. Есть. Можешь дерево добыть? Мне просто надо. А, нет, я нашел эту. Алоэ. Буду алоэ кушать. Тебе вода надо? Да я уже алоэ пахану. Так, что там дальше? Что там, сундук сможешь поставить, что там все взял? Чувак, я могу, тебе надо изучать, я не могу сейчас на корабль вылезти. Давай, я тебе верю. Скинь ты мне приноси. Оп! Ладно, давай скину. Сейчас. Скипить это надо. 50 хватит? А, ты говоришь. Хват. Все. Так, да. Пусть. Надо рогоза насобирать. Взял? Берешь? Да, беру. Давай. Просто зажми и все. Она сама как-то съехать. Взял? Да, все понял. Че там, Жека, нормальная база сойдет? Давайте сундук я не могу выучить, только средний. А ты средний. А, ну да, средний. Велики пока что еще нам не дано. Ну средний хоть побольше, чем вот эти маленькие. Став, короче, понял?
один пол должно быть 20 лука. Надо осколки кости, подожди, сейчас я принесу. Давай. Потом в будущем надо сделать отдельно сундуки для качественной волокон, для дерева. Ну это будет. Ну мы и так ее мы корабль мы четвером за один день корабль, базу построили. Я это делал неделю. Ну серьезно, неделю. Я понял, конечно. Спасибо. Игры самом. Че там? Ну так хотя бы один сундук поставь. Хоть и надо понять, пацаны, лишние предметы забрать. Например, ткани. Коли побачать це драконі кості, то собирай, бо це нам надо, вони. Є ще смали. Просто кості. Так. Так, вот это нам точно надо. Скільки їх ставить? Скільки зможеш, скільки там хватає. Ставить, короче, вдоль, так буде більше їх влізе. Два. Там можна это, сундуки, сундук на сундук ставить. Да, можна сундук на сундук. Там чуваки как-то перекрытие делали. Ну, пока что нормально. Ты бы понял, что вот ряд сундуков, и тут пространство для ходьбы еще ряд сундуков. А пока что нам два сундука вот этих прям хватит вполне. Пацаны, если что, тут камень на базе все. Ну типа, чтобы освободить место у нас в этом, надо на базу некоторые что-то переместить. Я пошел ровно. Можно перегруз сделать, когда дохрена вещей в базе, она ж весит. А ну, на корабле определенный вес. Не, нормально, там типа не вес, а там количество построенных этих блоков. Оно сундуки не считает. Типа, все нормально. У нас этот 130 аж этих блоков. Головой хватит. Так, вот это тоже на базу. Это просто некоторые предметы, я ку на базу, нам не надо. Я их на базу сейчас сварганю. Чтоб места было поменьше. И побольше тут. Что там, пацаны, делаете? Я побежал за рогозом. Рогозом. Ладно. Качественные кусты. Обирай. А, кстати, еще, да, 200. В этом сундуке 200 предметов в один слот помещается. Ой, здесь стрёмная макака. Блин. Макака, отвали. Отвали, макака. Блин. Не получается подняться никуда. Ой, я тут базу чью-то вижу, или дом, или какую-то фигню. Что, пацаны, базу можешь сворачивать, да? Так, погрузи. Все, ждем. Вообще просто можно было платформу построить, там поставить сундуки, но... Мы это... Платформу, блин, ух ты, тут пару секций каменной стены какой-то. Ну, камень... А то не камень, это, наверное, с песком. Да, да. Да, ну это типа ни о чем такое. Может задание типа поставишь и крутом. Качественный камень. Тоже надо. В будущем. Да, долго база, блин, собирается. Это еще будет. Ну, нам просто сделать качественный. Этот. А потом поставить на нем модули. Чтобы быстрее базу там, например. Ну это еще быстро, в принципе. У нас ваша еще маленькая. Ну что, вы готовы идти? Чего? Ну идем покорять вершину. Поехали. Я от обезьяны убегаю, забери меня отсюда. Да, заберем. Так, Жак, давай. Я верю в тебя.
Уже от двух обезьян убираю. А ты за камушком, что ли? Я? Не, я вообще не знаю, где. Поехал, я бежу наверх. Нам вниз надо, вниз. Он внизу, я думал, что такое непонятное. Он же рассказал, рогоз пошел собирать. Ну вот он чуть-чуть взял, но короче, у меня серп сломался, все пропало, я бегу назад. Еще это обезьян надо убежать. Кстати, можно дерево по пути это пособирать. Ой-ой, занесло. А, пролезем, пролезем. Интересно, можно, можно убирать? По-моему, нельзя. Почему? Ну, проверь. Можно. Можно? О. А не, разрушить. А, не, нельзя. Нельзя, да. И хранить надо потом. А, вот ты где. Давай. Сейчас дерево не собираем. Так. Кто там может делать с эти ткань? Ткань, по-моему, не может. Там дохрена те вот в этом ящике. Запустите их тут. А, ткань, тю. А вы покрыли ткань, да. А ткань все может делать, даже я. Я не могу. А что за газовая маска, зачем она нужна? А это там некоторые локации есть, по-моему, с газом. Да, там серные локации. Да. Ну, по центру там есть такие участки. Серые. А, пацаны, сейчас... На этой локации мы будем сейчас. Так, чуваки, я буду спать уже ложиться, уже час ночи, бля. Ага, значит, выезжаем за пределами. Да не, вы, может, катайтесь, если хотите. Не, я тоже уже буду отдыхать. Так что, да, за пределы, как раз на работу. Соберемся уже. Когда-то. Через недельку. Да ты остановись, нам ехать не обязательно. Выводи-то и все, корабль. Да нет, чё, нормально, давай, уедем в заказ, как положено. Выводи, просто остановись, нажми, выйти, и всё, безопасный выход. Да, да мы бежать надо, пошли, поедем. Тогда не хочешь ехать, блин. Да не, куда ты? Ты чё, далеко? Погнали. Мы на этом сейчас смотри, с горки засекать. Сейчас я от этих будем текать. Сейчас потолкнуть будет. Я себе место нашел на корабле. Помню, что я не туда еду. А вот туда нам нужно. Туда. Чё, Жек, ещё есть силы на один сундучок? Или нет? Ладно, поехали. Потом. Да давай ты подправишься по пути. Ну да. Ну там одна стрела только. Давай. Ну это... Махвата. Влево крути, блин! А. Да. Ты что, не знаешь, где лево, где право, блин, ё-моё. Влево крутил. Я просто... Я ж тебе говорю, крути влево, блин, а ты, блин, а... Влево крутил. Это тебе забора на чей-то. Стой, правее. Сейчас. Блин, ты мимо проезжаешь, да ты что ты делаешь, блин? Через собор, ё-моё, бляхнем. Кстати, стой, остановись. Стой, это те руины, блин, вроде. Да, там снова какие-то. Подожди. Это чьё там? Атаковать. Это база чья-то, которая руины.
Да? Мистер Блу, Хайли, давай так. Ой, не то поехал. Да ё-моё! Сейчас! Я хочу залезть на этот ящик. Стой. Ты шо? Я уже. 19. Так, я это в корабль, правильно? Да. Писец, блин, а! Вы там кричите, я не вижу, что не видел. Давай же. Всё, все тут? Давай. Так, вроде четверо нас всё, блин. То есть песенка. Потом можно ставить на базе ветряки, они типа добывают энергию, так, энергию. Ну там, короче, пойдет. Короче, чем качественная вещь, тем она будет круче. Чё так все тихо? Спивай где там. А с одному, одному типа можно кататься, там есть специально такие маленькие холуны. У них можно типа самому кататься, типа там парни там, эти осколки, например. Типа когда кого-то нет. Хор какой-то на колесах. Ну тут такие ракурсы наши гоните. Все, пацаны. Все, вышли. Грузитесь? Нормально? Капитан сейчас за главного. Да, да. Кто у нас капитан? Ты. Не знаю. Кто за штурвал? Да. Уйди на штурвал. Открыть лобби. Ага. А как, типа, ты выбираешь, куда мы перейдем или как? Ну, типа, да. Там где корабль, там где корабль есть. Типа, я... А у вас, типа, недоступно корабль, я вот два? Ходун с яйцами. Ничего не понимаю. Ходун с яйцами и ходун стилет. Ну и там 160 ходун... воды. Ну во. Все. Ну все. Типа, я выбираю. Стилет, стилет вот это большой. Да, я выбираю, типа, вы, я его вы, типа на локацию веду, а вы уже на него, типа, понимаете? Ну блин, есть сервера там, где по 999 людей, блин. Я не знаю, а Бука, мне сказали так. Протестировать надо потом. А что вот это за 10, короче? Ну, есть такие со знаками восклицания гексы. Вот слева внизу под нами со знаком восклицания черно-белый, а справа цветной. Наверное, черно-белый пропал. А нет, черно-белый это там, где стартовый, мы туда уже не можем вернуться. Там старт. Да, а вот его цветные, там видишь, типа желтый, это кто-то его контролирует. То есть клан цвет. Классный там вообще пипец. Красный он. А синий. Кстати, вот этот, что внизу, красный, типа, а, воды просто пишет, не хватает. Ну и а куда она... контролирует. А куда, а мы можем, нам назад, в какую сторону? Ой, а что их так мало, ё-моё. Это что, так мало людей, типа, играет сейчас? Ну тут, да, было ходит. Именно, на какой локации мало? Ну я помню, их до хрена было, этих таких, оазисов. А, не, сейчас, типа, понял, сейчас...
будут они пропадать и новые появляться. Нормально. Таких вообще мало. Я знаю, что их мало. Ну, может, типа, вайп сделался, они еще не... А он, видите, ходуны на стоянке там сбоку, типа. Угу. Да, ходуны на стоянке, их два. Да. Ходун только один выводит ходун, а и дальше пошел, поехал. Погибнет через один день. Кто погибнет? Надо пишется. А когда мы отсюда уйдем? Ну, надо будет переезжать, запускать, ну, с водой запасаться и переезжать на другой, который... Да. Ну, вот да. Этот желтый 7 дней. О, да, поедем на желтый, походу. Зеленый 17 дней, там где, ну, это право. Ну, нам хватает даже на зеленый. Внизу, ну, синий, блин, 21 день. Ну вы поняли, короче, кто-то один выводит ходу. И вот это сложный оазис внизу синий. Там подписано, типа. Средний, вот мы на среднем. Средний, средний. Ага, там есть сложный, да. Сложный, да. Вот это на сложном там, ну. Можно тебе крафтить на модуле. Да. Типа. Пошел я. Давай. Давай, я тоже. Типа мне просто выходить, а потом я заспаунить уже там где-то. А, ну да, в этом же секторе. Где будет этот корабль? Да. Он должен так работать, по идее.